Добрый вечер, глубоко уважаемые коллеги. Мы с Ольгой Борисовной Сафроновой рады вас приветствовать на очередной школе нашего родного Санкт-Петербургского радиологического общества. И сегодняшняя наша школа посвящена вопросам применения протокола BI-RADS в рутинной практике врача лучевой диагностики. И мы будем говорить о разных модальностях применения протокола BI-RADS. Я, как обычно, посвящу свою презентацию, доклад вопросам ультразвуковой диагностики, ну, а Ольга Борисовна, конечно, вопросам рентгеновской маммографии. На первый взгляд может показаться, что сколько можно говорить про протокол BI-RADS. Однако его применение столь вообще прочно вошло в нашу действительно практику, и он настолько многогранен, что зачастую до сих пор, за столько лет его применения, у нас остаются определенного рода вопросы. И вот именно на них мы сегодня и хотим ответить. То есть мы хотим осветить те моменты, которые, может быть, не позволяют нам где-то правильно и своевременно поставить диагноз. А может быть, просто затрудняют дальнейшие действия врачей и клиницистов, и других лучевых диагностов в плане динамического наблюдения пациента. Вот этому будет сегодня посвящена наша школа. Ну, позвольте начать. Мы с вами будем говорить про ультразвуковую диагностику. Конечно же, каждый знает, что в ультразвуковом протоколе BI-RADS существует всего 6 категорий. Мы все их применяем, все знаем о том, что у нас существует одна категория 0, и это неполное исследование, две доброкачественные категории с риском рака 0, это 1 и 2, категория BI-RADS 3, о которой сейчас очень много мы говорим, потому что она немного выпала за рамки вообще существующего протокола, и о ней действительно нужно чуть поподробнее поговорить. Ну и, конечно же, категории с подозрением на злокачественность – это 4 и 5, в зависимости от стратификации риска злокачественности. Категория 6 – это категория обычно для врачей, которые работают с пациентками с уже установленным диагнозом рака молочной железы. Как правило, это пациентки, которые приходят к нам, проходя неоадъювантную химиотерапию, и мы оцениваем ответ опухоли на проводимое лечение. Таким образом, 6 категорий, как и везде, как и в любой модальности, у нас есть. Но прямо сразу мы начнем говорить. Мы обещали говорить о клинических ситуациях, и поэтому разбирать все будем с точки зрения определенных клинических ситуаций. BI-RADS 0 в ультразвуковой диагностике. Неполное обследование, то есть необходимо дополнительное обследование и или предшествующая актуальная маммография для сравнения. Что это значит? Ну, вот прямо сразу и посмотрим на клиническом примере с вами. Смотрите, пациентка достаточно молодая женщина, 48 лет, у нее длительный прием комбинированных оральных контрацептивов, а мы с вами знаем, что длительный прием этих препаратов способствует более ранней инволюции структуры молочной железы, поэтому мы вправе увидеть большое количество жировой ткани у таких пациентов. И пациентка приходит, обращается на УЗИ профилактическое в феврале 2022 года. Я специально оставила все эти даты для того, чтобы мы могли ориентироваться в сроках проведения различных исследований. При этом маммография у нее за год до проведения исследований. И вот смотрите, BI-RADS 0 – это самая частая клиническая ситуация, с которой мы, врачи УЗИ, сталкиваемся в своей действительно рутинной практике. Пациентка настаивает, она хочет сделать УЗИ. Мы не вправе ей отказать, но категорию BI-RADS 0 мы просто обязаны будем поставить при таком изображении молочной железы. Ну, вы видите, что молочная железа представлена абсолютно практически полностью жировой тканью. К сожалению, видеоролики на этой
этой платформе это достаточно большое затруднение, поэтому мы будем с вами ориентироваться, несмотря на то, что мы, конечно, привыкли в реальном времени работать, но будем на статичных изображениях смотреть все. Ну, здесь и так видно, что это жировая ткань молочной железы. Обратите внимание, как сформирован протокол. Вот здесь в рамочках я просто обвела. Дата последнего исследования маммографического, она должна обязательно звучать в вашем протоколе. Если ее нет, то, собственно говоря, и категория Байрац 0 не будет никогда, потому что вы просто не знаете, когда это было. Конечно, мы с вами реально понимаем, что исследования УЗИ, его чувствительность и специфичность значительно ограничены на фоне большого количества жировой ткани. Вот буквально один из самых последних примеров из моей практики, это, ну, наверное, двухнедельного давности пример. Вот такое вот изображение маммографическое. Мы видим здесь участок нарушения архитектоники. При увеличенном изображении там видно скопление микрокальцинатов. При инициальном исследовании УЗИ до этой маммографии УЗИ было негативным. То есть доктор написал, что все нормально, как обычно, наш любимый диагноз диффузный фиброаденоматоз. Поэтому, конечно, мы реально должны понимать, что все, что равно по эхогенности жиру, а это очень часто подавляющее большинство изображений, в том числе злокачественных новообразований, оно может быть пропущено при инициальном ультразвуковом исследовании. Именно поэтому, когда мы имеем дело с типом плотности А, ну или может быть Б, но с совсем небольшим количеством плотной ткани, то чувствительность УЗИ, конечно, она снижена. И когда пациентка уже с данными маммографии повторно обращается на ультразвуковое исследование, то мы очевидно видим изменения в виде участка нарушения, локального нарушения архитектоники, мы видим спекуляции, мы видим изменения по структуре, но обратите внимание, что действительно эхогенность этой зоны, она равна жиру действительно. Поэтому это вообще-то действительно один из самых трудных в ультразвуковой диагностике моментов в плане вот постановки диагноза подозрения на рак именно в виде участка локального нарушения архитектоники. Поэтому, конечно же, инициально всегда должно быть поставлено ноль. И только уже по результатам маммографии, которую вы имеете, вы вносите ее в карточку, как, собственно, организована ваша работа. Для меня это чаще всего пациентки сразу же делают маммографию, я сразу же вижу результаты, я открываю диск, смотрю и дописываю в протоколе уже актуальную маммографию. Если это невозможно, то категория 0 стоит до того момента, когда будет уже сопоставлено две модальности, и мы сможем внести данные рентгеновской маммографии. Вот это самая частая история, которую мы встречаем с точки зрения Байрац 0, и которая освещена в протоколе Байрац. Ну, от себя еще, может быть, могу добавить следующее. И наверняка вы тоже сталкиваетесь с такими ситуациями, когда приходит пациентка, нелактирующая женщина, с клиническими проявлениями острого нелактационного мастита. И вот в этой ситуации та же самая история. То есть мы действительно увидим отек тканей, мы можем увидеть некие воспалительные изменения, но ответить на вопрос при инициальном исследовании – это действительно острый нелактационный мастит или это дебют такой отечной формы рака молочной железы невозможно. Невозможно на этом этапе лучевыми методами, в том числе ультразвуковым. Поэтому ответ какой-то мы сможем дать только отсроченно через некоторое время, как правило, это через 2 недели после курса проведенной противовоспалительной терапии. Вот тогда мы смотрим, если есть ответ, то это воспалительные изменения. И дальше мы наблюдаем до полного исчезновения симптомов воспаления. Если же нет, то в этой ситуации, конечно, мы подозреваем отечную форму рака. И в этой ситуации мы будем делать биопсию кожи для уточнения диагноза. Вот, наверное,
при инициальном исследовании первом в этой клинической ситуации вполне возможно поставить тоже Байрат с ноль. То есть мы не можем высказаться однозначно на предмет происхождения этих изменений до повторного исследования. Все остальное уже абсолютно точно, все остальные клинические ситуации относятся уже к другим категориям. Ну, в частности, следующая категория – это категория 1, негативная в плане того, что отрицательная в плане каких-либо находок. Риск рака 0. У этих пациенток мы видим абсолютную возрастную норму, симметричные молочные железы, неизмененные кожа и соски, очаговых образований никаких не выявляется, ни кистозных, ни солидных. Мы не видим нарушений архитектоники, каких-либо подозрительных участков образований, неузловых очаговых изменений, кальцификатов и так далее. То есть все, что может быть, нами отнесено каким-то подозрительным признаком. И в этой ситуации, когда мы уже устанавливаем категорию 1, мы, конечно же, рекомендуем просто рутинный скрининг по возрасту. То есть с точки зрения ультразвукового исследования в этой ситуации, может быть, оно и не показано. Ну, вот показываю вам такой немного, даже не знаю, как сказать, забавный пример, что ли, клинический из практики. Смотрите, молодая женщина обращается на УЗИ с жалобами на эпизод кровянистых выделений из левого соска. Ну, как вы понимаете, уже то, что это односторонние, самопроизвольные кровянистые выделения, говорит о том, что это патологические выделения из соска. И в целом, конечно, наводит нас на мысль о том, что нам нужно искать какое-то папиллярное поражение, внутрипротоковую патологию. Однако при сборе анамнеза становится понятно, что первый эпизод этих выделений появился после родов, в момент налаживания лактации еще в роддоме. И никак, вот эта вот злая фея сверху, это молочная фея, даже они называются молочные феи. Молочные феи слетелись на нашу пациентку с целью добыть молоко. Причем не только одна, даже были вызваны из других лечебных учреждений, молоко не добыли. А пациентка была разочарована тем, что у нее нет лактации. В результате всех этих действий у нее появились кровянистые выделения из одного соска. А теперь давайте посмотрим в целом, почему мы об этом говорим. А до беременности у нее есть УЗИ, еще до беременности, это вот апрель 22 года. Обратите внимание, здесь протокол, да в целом совершенно нормальный протокол, он сформирован точно так же, как мы обычно это делаем, за исключением каких-то нюансов. В заключении этого протокола звучит диффузный фиброаденоматоз, преимущественно фиброзный вариант. И именно поэтому никто в целом, в общем, и не думал, что у нашей пациентки не должно быть молока. Но если мы посмотрим на изображение молочных желез, но опять-таки, к сожалению, не в режиме реального времени, а в статическом изображении, то мы увидим вот это сосок справа и небольшой фрагмент фиброгландулярной ткани, я бы сказала, преимущественно фиброзной ткани. Вы видите, что протоковые дольковые единицы вообще в каком-то количестве здесь не представлены. То есть мы имеем дело с небольшим участком фиброзной ткани за соском, и вся остальная молочная железа представлена жировой тканью, и в левой молочной железе сосок, и вот этот участок совсем небольшой фиброзной ткани в субареолярной области слева. Вопрос такой, откуда взяться молоку, если нет протоково-дольковых единиц? Ответ, естественно, ниоткуда. Но вы видите, что слева тут практически вообще ничего нет. Именно поэтому, конечно, на левую молочную железу было оказано максимальное давление феями для того, чтобы добыть его там. И отсюда, конечно, травматизация и кровянистые выделения. Поэтому в целом, когда мы работаем с пациентками, молодыми женщинами, которые еще не были беременны и не рожали, и мы видим некий особый тип строения молочной железы, жировой тип строения. То есть, по сути, мы здесь не видим
альвеол, да, мы не видим проток водолевых единиц, мы видим в основном фиброзную ткань. И ожидать здесь лактации невозможно. И, на мой взгляд, конечно же, наши пациентки должны быть об этом предупреждены, ну, для того, чтобы не было вот таких проблем у них после родов. В ряде случаев бывает фиброзно-жировой или железисто-жировой тип строения, когда у молодой, не рожавшей женщины преобладает жировая ткань, однако железистые элементы присутствуют. Однако же, конечно, все равно в плане большого количества молока во время лактации ждать мы этого абсолютно точно не можем. С точки зрения подходов современных, ну как-то вот эти особые моменты, они не выделяются в особые типы структуры. Мы с вами знаем про репродуктивный тип строения, там, про предменопаузальный, постменопаузальный. Здесь это особый такой вариант структуры. Мы прекрасно знаем, что молочная железа – это гормон-зависимый орган, и во многом организация ее структуры зависит и от овариальных гормонов, и от рецепторного статуса. Ведь когда в рецепторном статусе есть особенности, да, когда рецепторов очень мало, либо они вообще отсутствуют, то, конечно, формирование железистой ткани не происходит, и это факт. Поэтому, ну, такой, с одной стороны, немного забавный, да, с другой стороны, очень, ну, такой случай, он, кстати говоря, встречается на практике, и далеко не единичный случай. Ну, конечно, расстраивает наших пациенток, говоря о том, что, скорее всего, у них не будет молока. Нам придется, однако, как бонус мы можем оценить сниженные риски на фоне такого типа плотности молочной железы, сниженные риски рака молочной железы. Я думаю, что это тоже стоит озвучить нашим пациентам. Еще один такой клинический пример, который отражает в основном вот частые такие, даже не ошибки, а частые какие-то погрешности у врачей ультразвуковой диагностики. Он отражает не только категорию 1, и как мы в ней ориентируемся, но и в целом, какие бывают ситуации. Ну, смотрите, пациентка молодая, женщина, 45 лет, она медицинский работник, и обратилась на УЗИ впервые с жалобами на уплотнение в верхненаружном квадранте правой молочной железы. Уплотнение это примерно 3 сантиметра, то есть это достаточно большое уплотнение, оно его очевидно определяет, оно очевидно пальпируется. И вот представлены 2 УЗИ. Ну, конечно, я много лет работаю в специальности, вообще считаю, что применение протокола Байрас должно быть не только в плане вот именно верного, корректного, корректной расстановки акцентов и корректной, естественно, категории Байрас. Но оформление протокола тоже должно быть корректным в плане алгоритма того протокола, который существует. Ну, наверное, об этом, может быть, не в этом докладе, но вы видите, что ни в том, ни в этом протоколе я отрезала, естественно, только данные пациенток, мы не видим никаких показаний к УЗИ. То есть в целом даже непонятно. Врач УЗИ, он знает, что показанием к УЗИ здесь является уплотнение на верхненаружном квадранте справа. Или он просто не знает и проводит инициальные исследования. Это, конечно, две большие разницы. И вот УЗИ с разницей в месяц. Это март 2024 года и апрель 2024 года. Но теперь смотрите, вот на первом УЗИ все-таки здесь определяется врачом какой-то локализованный участок справа, которому присвоена категория Байрас-3. Но если мы прочитаем непосредственно отчет, то мы увидим, что есть небольшой участок размерами 9 там, на 12 миллиметров прямо рядом со соском. И это абсолютно не там, где пальпируется уплотнение. И вот это очень важный момент, на который я хочу обратить ваше внимание. Это вот действительно непосредственно касается категории Байрас-1. Следующее УЗИ в апреле. Ну, опять-таки, тут есть что-то, какие-то зоны, которые описаны тоже размерами 5 на 12 миллиметров. И в целом, конечно, в заключении фиброаденоматоз, который, ну, в общем, позволяет пациентке вроде как
дальше наблюдаться или никаких рекомендаций вроде бы не сделано. В первом протоколе по категории Байрат-3 должен быть контроль через 6 месяцев. И вот это самый главный вопрос. Смотрите, о чем нам говорит протокол. Конечно, мы должны написать то, что видим, а не то, что мы можем предположить при наличии, например, пальпируемого уплотнения. Поэтому мы пишем. Мы видим категорию, например, Байрат-1. Мы напишем категорию Байрат-1. Мы видим категорию Байрат-2, какие-нибудь диффузные изменения кисты. Мы так и напишем. Но мы никогда не должны забывать, что за любым пальпируемым уплотнением в молочной железе есть какая-то патология. От того, что мы ее не видим, это не значит, что ее нет. Это значит, что мы ее недооценили по ряду причин. И это может быть и, скажем, может быть, неэкспертный уровень ультразвуковой машины. Это может быть недостаточный опыт. Это может быть какое-то плохое владение, ну, недостаточное, скажем так, владение информацией о гигантском разнообразии видов опухолей молочной железы и об их визуальных характеристиках. Поэтому это может быть все что угодно, но закон один. Если вы ничего не увидели, вы пишете, что вместе пальпируемого уплотнения патологических образований, неузловых изменений, участков нарушения архитектоники, кальцинатов, убедительно не определяется и обязательно рекомендуется дальше пациентке дополнительное обследование. Протокол даже говорит не просто рекомендации по дальнейшему обследованию, но и по трепанбиопсии. Но без навигации, конечно, трепанбиопсию делать, ну, в общем, не очень благодарное дело. Поэтому, конечно, любой контрастный метод нам ответит на вопрос. Будь то контрастная маммография, магнитно-резонансная томография. Это то, что в этой ситуации показано. И поверьте, это действительно та самая история, которая встречается далеко не редко. Именно поэтому я позволила себе говорить о ней даже вот в рамках прямо категории УРАЦ-1. Но опять смотрите, наверное, если бы мы видели видеопетлю, было бы еще убедительнее. Видно, что образование очень действительно неотчетливо определяется в окружающих тканях. Наверное, может быть, это больше вот здесь продемонстрировано на изображении с эластографией. Вот вам ответ на тот вопрос, что чувствительность УЗИ ограничена, когда здесь это образование на фоне жировой ткани. Потому что по их агентности оно такое же и не дает типичных, скажем, признаков карцинома. И вот в этой ситуации, пока наша пациентка ходила, пока она все думала, когда же ей что-то найдут и так далее, да, ситуация развивалась так, что вы здесь видите уже и вторично измененный подмышечный лимфатический узел. Когда смотрела я эту пациентку, понятно, что мы всегда начинаем с показаний. И поэтому для меня совершенно очевидно, что я должна найти что-то в зоне описываемого уплотнения, пальпируемого уплотнения размером около 3 сантиметров. И другого не может быть. И действительно, размеры вот этого опухолевого узла, вы видите, они 26 на 12 на 26, то есть приближаются к 3 сантиметрам. Однако было видно, что явно есть распространение образования по системе млечных протоков. Насколько далеко это распространение по УЗИ было затруднительно сказать. Поэтому для оценки распространения мы рекомендовали контрастную маммографию, которую прошла наша пациентка. И не зря мы это сделали, потому что, посмотрите, на контрастной маммографии мы видим значительно больше распространение этой опухоли, чем видно при ультразвуковом исследовании. Это действительно факт, который невозможно отрицать. Опухоли не все очевидны, и в некоторых ситуациях их нужно искать. И даже если ты не видишь, вот что самый главный ключевой момент, если ты не видишь, ты так должен написать. И если бы на тех этапах инициальных, что бы ни написали, доктор, все
все, что они написали, правильно, за исключением чего они не написали, что типа пальпиры уплотнения, они убедительно не видят как-то процесса, чем если бы они на тот момент назначили контрастный метод исследования, то ситуация не затянулась бы еще на несколько месяцев, конечно. Вы видите, изначально это март, а контрастная маммография – это уже июнь 2024 года, то есть месяцы. И вот иммуногистохимия и гистология, которая показывает… Что она показывает? Она показывает позитивную по человеческому эпидермальному фактору роста опухоль. Не самую благоприятную. В настоящий момент пациентка заканчивает уже последний цикл неоадъювантной химиотерапии. У нее прекрасный ответ, полный ответ опухоли на неоадъювантную химиотерапию. Единственное, что осталось немного в лимфатическом узле, и на 11 ноября назначена операция. И вот до сегодняшнего дня у нее стоит уже верифицированный рак, и это категория BRAF6. После операции мы поставим ту категорию, которую увидим. Но я специально хотела озвучить вам это вот в этой совершенно доброкачественной категории, потому что это не редкость. И опять-таки алгоритм описания протокола здесь бывает очень важен. Категория BRAF2 – доброкачественная категория. О чем здесь хочется сказать? Несомненно, было бы странно, если бы я сейчас повторяла снова критерии кисты, простой, например, да, ультразвуковые критерии, либо интрамаммарных лимфоузлов, либо имплантов молочной железы и так далее. Несомненно, в общем, у меня нет вообще ни тени сомнений, что вы все это знаете. Поэтому хочу остановиться тоже на таком важном моменте. В эту же категорию BRAF2 входят и фиброаденомы и изолированные осложненные кисты, которые мы уже наблюдали в течение 2-3 лет, и они не показали никакой динамики, ни роста, ни изменения характеристик внутренних или там, васкуляризации. Поэтому в целом здесь очень важно, что сколько мы наблюдаем эту пациентку. В результате, с чем я очень часто сталкиваюсь, вот прямо вот на этой неделе это неоднократно было. Я пишу в своем протоколе, пациентка наблюдается с фиброаденомой, наблюдается, то есть у нее фиброаденома установлена 15 лет назад, без динамики роста. Но до настоящего времени и рентгенологически, и при ультразвуковых исследованиях у нее звучит категория BRAF3. Ну, конечно же, дорогие мои, так не должно быть. Мы не должны так работать, это совершенно не по протоколу. Поэтому, если, как мы поступаем? Вот клинический случай. Пациентка в постменопаузе. По результатам маммографии вы, очевидно, видите тень на маммограмме. И, опять-таки, смотрите, по маммографии в правой молочной железе BRAF3. То есть, оценивается это образование как в некоторой степени впервые выявленное образование. А предыдущая маммография на самом деле в 2020 году показывается то же самое. Фиброаденому правой молочной железы под вопросом, BRAF3 и размеры абсолютно такие же, как наблюдаются и уже в 2024 году. Поэтому если возможно только оценить архив, это необходимо сделать. Если вы работаете врачом-рентгенологом, то нужно просить пациенток приносить предыдущие диски для того, чтобы сравнить, что было раньше. Это, несомненно, важно и актуально. Если вы работаете врачом УЗИ, то здесь нужно реально расставить некие границы, флажки поставить, когда впервые выявлено образование. И если это образование впервые выявленное вот на вашем ультразвуковом приеме, вы так и напишите. Категория BRAF3 впервые выявленная. Это точка отсчета. И после нее мы будем наблюдать это образование по протоколу BRAF3 столько, сколько надо. А не 15, 20 и там, не знаю, 25
лет. И вот это очень важный момент, про который абсолютно почему-то все забывают. То есть не забывайте о том, что пациентки не обязаны приходить только к вам или только ко мне. Они имеют право ходить, вот кто им больше понравился внешне, к тому и пойдут. Поэтому мы должны сделать все это и для наших коллег, которые будут в динамике осматривать нашу пациентку. И вот смотрите, имеет смысл написать, но я уже была вынуждена написать в протоколе, что это фиброаденома, которая соответствует изменениям на маммограмме, чтобы им врач-рентгенолог не сомневался, что не нужно повторно здесь делать маммографию через полгода. Впервые выявлена она в 2020 году, и никакой динамики за 4 года нет. Вот это очень важно. То есть вот поставить флажок, когда впервые выявлено. И для этого действительно реально нам пишется непосредственно некое такое руководящее указание протокола Байрац. Показания, анамнез, факторы риска должны быть четко изложены в протоколе. Если исследование проводится для наблюдения за образованием, это должно быть отражено, а соответственно и отражено, когда впервые это образование было выявлено. И вообще, в целом, конечно, даты, ну, хотя бы год или месяц предыдущих исследований тоже должны быть отражены. Опять-таки, а так мы бесконечно гоняем по кругу наших пациенток с фиброаденомами, а мы с вами что знаем? Мы знаем, что фиброаденома не является самостоятельным изолированным фактором риска рака молочной железы. И если за 2-3 года наблюдения с ней уже ничего не случилось, ну оставьте ее в покое, перестаньте вы наблюдать фиброаденому. Начните наблюдать нашу пациентку в категории Байрац-2 в режиме скрининга по возрасту. Вот это очень такой важный мой месседж, и не только мой, но и протокола Байрац. Следующая категория, это интересный, тоже интересный клинический случай, который я вам хотела опять-таки представить, насколько важно, ориентируясь в лучевой диагностике молочной железы, ну, просто выходить за рамки изображения, то есть хотя бы примерно действительно знать анамнез, иначе мы вообще не понимаем, что происходит в молочной железе. И вот молодая женщина, 37 лет, обращается на УЗИ с жалобами на уплотнение, очень твердое, по передней поверхности грудины, которая прям так достаточно неожиданно появилась, она ее очень беспокоит, она думает, что это опухоль. Приходит на УЗИ, и не только на УЗИ, но еще и на КТ, на которых что пишут? Образование по передней поверхности грудины, пишет и УЗИ, и КТ. А теперь давайте просто посмотрим и просто сделаем то, что нужно сделать по протоколу Байрац. Соберем анамнез. И что мы знаем? Что в июле прошлого года, то есть меньше года назад, у пациентки была операция по поводу мастопексии и липофилинга. И как только мы это знаем, у нас все абсолютно расставляется по своим местам. И мы с вами очевидно знаем уже, что мы видим в структуре мягких тканей впереди от грудины. Вот они, мягкие ткани впереди от грудины, где пальпируется очень плотное образование. Вы видите, это такая структура удлиненно-овальной формы с некими кистозными включениями. Она не васкуляризирована, достаточно больших размеров, поэтому и пальпируется естественно. То есть это действительно, то, с чем обратился к нам пациент. А вот здесь вот желтенькими буквами написано. А вот сейчас, до того, как я перелистну следующий слайд, проверьте себя, подумайте. Вот она пришла к вам на прием. И что вы подумаете об этом образовании, когда я вам уже, ну, в целом осветила весь анамнез нашей пациентки? Ну, в целом вы подумать можете, конечно, ну, изначально об одном. Первая мысль
это статонекроз. И другой никакой мысли поначалу здесь и быть не может. И когда мы посмотрим не только переднюю поверхность в мягких тканей, вот по передней поверхности грудины, но и молочную железу, мы увидим множественные участки различной совершенно структуры. Это и участки, напоминающие фиброденомы с четкими контурами. Это и зоны повышенной эхогенности с кистозными включениями. Это и кистозное образование с плотной фиброзированной капсулой. Это и заэхогенные образования, которые тоже, точно так же, как и это по поверхности грудины, пальпируются как плотное образование. И, несомненно, конечно, речь идет об этом очень удивительном и многогранном и совершенно непредсказуемом состоянии, которое называется жировой паникоз. А что мы знаем про операцию по мастопексии, ну или по филингу, соответственно, тоже, что, собственно говоря, все эти виды вмешательства, они связаны с большим смещением тканей и с травматизацией тканей. Поэтому редукционная мампластика, мастопексия, когда удаляется или переносится там большой объем железистой ткани, практически всегда наверняка сопровождается жировым некрозом. И вы его увидите обязательно, и вы должны, в общем, быть готовы к этому и быть готовы к тому, как он может выглядеть. Но уж в том, что жировой некроз может выглядеть абсолютно по-разному. И ну, вот здесь перечислены виды ультразвукового изображения. И если это все просто суммировать и сказать одним словом, абсолютно всеми видами образований, которые мы можем определять при ультразвуковом исследовании. Поэтому мы должны быть к этому готовы. Конечно, когда в результате вы видите нечто очень напоминающее карциному, либо очень подозрительное на карциному, это те ситуации, когда мы можем и верифицировать эти изменения. Но помните, что жировой некроз имеет этапы своего развития, своей эволюции. И как раз вот это вот эти сроки фиброзирования, уплотнения жирового некроза, как раз-таки у нашей пациентки они все соблюдены в его вот этой вот естественной истории жизни. И она совсем недавно приходила на контрольное исследование, где в результате фиброзирования уже этих зон размеры их уменьшились, но плотность однозначно увеличилась. И поэтому, если вы владеете методикой сонной эластографии, то применять ее в отношении жирового некроза бессмысленно. Ну, я имею в виду в дифференциальной диагностике рака и жирового некроза. То есть жировой некроз, особенно на стадии фиброза, всегда покажет повышенную жесткость с такими цифрами коэффициента деформации, что вы, конечно, будете просто напуганы. Помните еще о том, что если у пациентки стояли импланты, они удалены, и повторно установлены импланты, тоже почти 100% гарантия в мягких тканях вы увидите зоны жирового некроза. Косметологические, пластические, вернее, извините, операции после, ну, онкологические, да, операции с заменой лоскутами, всегда, то есть как только есть смещение тканей, это всегда приводит к жировому некрозу. Поэтому, опять-таки, анамнез – это принципиально важная история. Без анамнеза мы никак не можем дальше, в общем, понять, что происходит. Следующая категория – категория BI-RADS-3. Категория, вероятно, доброкачественных изменений. Смотрите, я неоднократно об этом говорила, наверняка уже, ну, в принципе, все мои слова должны были запасть, уже прорасти уже целыми деревьями, цветами, кустами. Ну, еще раз повторяю, по протоколу Байрат сюда относятся конкретно три вида изменений. То есть солидное образование с четкими контурами, овальной формы, параллельной ориентации, и наиболее часто это фиброденома, абсолютно точно не всегда, потому что окончательную гистологию никто из нас не знает, изолированная осложненная киста и кластер микрокист.
Вот все это относится к категории BI-RADS 3. А дальше настоящий, актуальный на настоящий момент протокол BI-RADS 2013 года говорит, за все остальное, где вы поставили категорию BI-RADS 3, вы несете персональную ответственность. То есть вы видите какое-то другое образование, но считаете как эксперт или как человек с большим опытом, что вы имеете право поставить категорию BI-RADS 3, вы можете поставить. Но это ваша ответственность, это нужно реально понимать. В категории BI-RADS 3 у нас есть совершенно четкий режим динамического наблюдения. Первый контроль через полгода, ничего не изменилось, категория 3 остается. Второй контроль через полгода, ничего не изменилось, остается категория 3. Вы можете следующий контроль назначить через год. В целом у нас получается 2 года наблюдения. И если и эластографически, и по всем другим параметрам образование никак не изменилось, вы можете его перевести в 2. Если хоть что-то вас смущает, вы можете наблюдать 3 года. Но более 3 лет наблюдать это уже не имеет смысла. Но вряд ли мы имеем дело с таким медленным ростом, который абсолютно не характерен, конечно, для образования, скажем, злокачественных, но вот такого вида, которые стимулируют доброкачественный узел. Поэтому, если я вижу в протоколе врачей рекомендацию контроль через 1,5-2 месяца, контроль через 3 месяца, если вы хотите так часто наблюдать образование или то, что вы выявили, вероятнее всего, вы недооценили категорию. То есть вы взяли на себя смелость и поставили категорию BI-RADS 3, но что-то вас смущает. И это значит, что вы не должны здесь останавливаться. То есть наблюдать через 1,5 месяца – это бессмысленная история. Нужно реально тогда уточнять и, в частности, морфологически верифицировать данное образование. А что касается категории BI-RADS 3. Показываю вам протокол, который мне понравился в целом, и я его показываю как один из таких хороших действительно протоколов. Я обычно всегда очень хвалю врачей, которые следуют алгоритму протокола BI-RADS. Конечно, мне очень печально и грустно, что протокол начинается с результатов инструментального исследования, и что то, что пациентка обнаружила уплотнение тогда-то, и пришла с этим, здесь это не указано. Вот на это, собственно, я и направляю сейчас свои усилия, чтобы вы запомнили это. Это наша работа, нам ничего не остается, что мы в анамнезе должны написать, что в марте 2024 года обнаружила уплотнение, и это же УЗИ от марта 2024 года. И поэтому, когда мы видим здесь заключение очаговое образование, больше данных за фиброаденому BI-RADS 3, дальше должно быть написано «впервые выявлено». И это будет та точка отсчета, при которой мы знаем, как мы должны наблюдать в дальнейшем нашу пациентку. А пациентка взяла и пришла не к тому доктору, хотя очень жаль, потому что там очень неплохой качественный протокол в плане описания, а пришла ко мне. И вот, понимаете, у меня начинаются вот эти метания. Хорошо, я собираю анамнез, я знаю, что вот они 3 месяца прошли, в целом каких-то изменений глобальных не случилось, но я уже пишу, вы видите в протоколе, уже в своем, что впервые выявлена эта фиброаденома в марте 2024 года. Соответственно, мне абсолютно ясно, вот этот режим динамического наблюдения по протоколу 3, который будет дальше. Опять-таки, когда вы пишете показания и данные предыдущего УЗИ, имеет смысл хотя бы описать размеры, которые были впервые выявлены в марте, размерами такими-то. И только так вот эта цепь динамического наблюдения не прервется, независимо от того, где будет наблюдаться наша пациентка. В Санкт-Петербурге, в Уфе, в Чите, в Красноярске, в Челябинске, где угодно. Однако это моя, в общем, излюбленная тема, и я должна, конечно, опять вам это сказать, хотя я понимаю, что время выходит, оно очень быстро утекает, но поскольку мы с Ольгой Борисовной сегодня вдвоем, то мы можем чуть-чуть себе позволить сдвинуть тайминг. Типичная фиброаденома. То есть что мы на самом деле можем отнести к категории BI-RADS 3?
типичную фиброаденому. Посмотрите на изображение. Каждый взглянул и понял. Ну да, картина типичной фиброаденомы. И тогда это и будет та самая категория BI-RADS-3. Но не все всегда так очевидно. Может быть какой-то элемент нечеткости контура. За солидным образованием мы можем увидеть дорзальное усиление. Мы можем увидеть выраженную гетерогенную структуру хорошо отграниченного образования. Ну, например, как здесь. Мы можем увидеть мелкие кистозные фокусы в структуре, мелкие кальцинаты и внутренний кровоток, который не организован по типу ободка. То есть внутри, но сосуды все-таки идут по контуру, как, да? Внутри, но повторяя контур образования, а мы видим просто некие вот такие структуры сосудистые внутри. И ориентируясь только на существующий протокол BI-RADS, в целом мы очень часто в этих ситуациях можем написать категорию BI-RADS-3. И вдруг оказывается последние годы исследований и публикаций, что это может привести нас к драматической, катастрофической ошибке в диагнозе. Чтобы вы оценили на себе, почувствуйте на себе это, я вам покажу сейчас следующий слайд, и вы, ну, просто попробуйте предположить, где здесь фиброаденомы, а где здесь... Есть ли вообще здесь карциномы? Могут ли они быть? И где они, если это так? Опять-таки, я не имею возможности вас спросить, вы не имеете возможности мне ответить, поэтому просто задайте себе этот вопрос и попробуйте ответить. И раз, два, три, четыре, пять, и мы смотрим ответ. И в данной ситуации ответ вообще просто категорически печальный. Три из этих образований – это злокачественные образования. И если уж брать по большому счету с точки зрения протокола BI-RADS, то как минимум вот это и это подходит под категорию BI-RADS-3. И вот это очень важный момент. Мы пропускаем раки, мы пропускаем хорошо отграниченные раки, потому что не знаем, как они растут. Почему так важно быть внимательным к хорошо отграниченным образованиям? И огульно категорию BI-RADS-3 всем мы не можем поставить. Потому что до 10-20% случаев раков могут быть хорошо отграниченными. Вот 7 вариантов морфологических раков, которые могут скрываться за хорошо отграниченными образованиями. Все, что здесь изображено, ну, за исключением метастаза, все было оценено врачами как фиброаденомы доброкачественные. Это все карциномы. И это абсолютно не случайная история. Объясняю просто быстро на пальцах. Карциномы с низкодифференцированной, с высокой степенью злокачественности имеют очень выраженную пролиферативную активность. Они быстро растут. В результате окружающие ткани не успевают реагировать с образованием вот этой зоны фиброза специфического, зоны десмоплазии вокруг, которая и дает жесткость. Поэтому эти образования, они по сути растут так, что раздвигают окружающие ткани. Это первое. А второе. В образованиях в этих не коллагеновый, а гиалуроновый матрикс. А гиалуроновая кислота, как известно, каждой женщине притягивает воду. И поэтому в этом матриксе большое количество воды. И за этими образованиями мы видим не какую-то акустическую тень, к которой привыкли, а дорзальное усиление. Именно в силу их морфологии. И это, подчеркиваю, одни из самых агрессивных, одни из самых неблагоприятных видов опухоли молочной железы. Поэтому даже такой симптом, как дорзальное усиление, должен нами рассматриваться как подозрительный. И с таким симптомом однозначно, ну, если вы видите множественные мономорфные образования с дорзальным усилением, то, конечно, скорее всего, вы имеете дело с множественными фиброаденомами, но морфологически это тоже не перикануликулярные, а какие-то особые виды.
Вот. Но если это одно такое образование, верифицируйте его, иначе вы пропустите рак. Вот эта история, которая очень показательна с точки зрения, опять, клинической ситуации. Пациентка живет в другом городе, уже даже Бог не стала ставить, чтобы никак не обижать этот город. Рентгенологический при УЗИ у меня, к сожалению, нет этих данных, и они не сохранились. У нее фиброаденома молочной железы. Проведена биопсия по результатам гистологии узловой фиброаденоматоз. Честно говоря, такого результата в гистологии не знаю, но это факт. Далее, что мы видим? Мы видим действительно реально хорошо отграниченное образование. Что выходит за рамки существующего протокола? То есть это вообще реально за рамками. Мы видим хорошо отграниченное образование с четкими контурами. Мы видим гетерогенность структуры этого образования. Мы видим внутреннюю васкуляризацию. И, ну, в общем, да, действительно, здесь повышенную жесткость. Но, однако, я должна вам сказать, что жесткость в целом здесь тоже не имеет такого значения, потому что фиброаденом, он тоже может быть жестко зрелый фиброаденом. Поэтому, конечно же, я ставлю категорию Байрат 4, настойчиво говорю пациентке, что необходимо верифицировать это образование обязательно, то есть сделать трепан-биопсию. Пациентка говорит, конечно, уезжает в свой город, где врачи-онкологи, и говорит следующее. Зачем мы будем тебе повторно делать биопсию, мы просто сразу тебя прооперируем. Они делают и секторальную резекцию, по результатам секторальной резекции вы видите инвазивная протоковая карцинома. И в целом мы могли это предполагать. То есть один из возможных вариантов, он действительно будет выглядеть так. Поэтому будьте осторожны, будьте внимательны в рамках категории BI-RADS-3. Здесь все не так просто. Я надеюсь, что следующий пересмотр протокола BI-RADS, который мы ждем, и мы все ждем, я на каждой лекции, в каждом докладе говорю со дня на день, но этот день пока что еще не пришел. Я надеюсь, что, конечно, критерии отнесения категории BI-RADS-3 должны быть пересмотрены. Хотя об этом я точно не знаю. Точно о чем я знаю, это следующее. Это будут обязательно включены неузловые рыбовые поражения молочной железы. Это то, о чем мы с вами очень много говорили. И обязательно будет включено N-стадирование в плане локализации лимфатических узлов, которые мы должны описывать по уровням. И это вы будете должны обязательно знать и применять. Следующая категория BI-RADS-4. Категория подозрительная. Риски рака здесь очень, ну, такой большой спектр. От 2 до 95%. Поэтому в целом, когда есть какие-то подозрения, мы выставляем категорию BI-RADS-4. Не гонитесь за тем, чтобы устанавливать категорию с буквенными обозначениями. Даже эксперты порой, занимаясь только этим, они могут не попасть вот в эти проценты стратификации риска. А для начинающих врачей или врачей с малым опытом протокол так и говорит, не надо, напишите категорию BI-RADS-4. Почему? Потому что это обязательно повлечет за собой морфологическую верификацию. Что мы можем отнести к 4? Ну, смотрите, есть вот такой совершенно изумительный расклад по тем симптомам у ультразвуковых образований, которые мы относим к подозрению. Если это касается ультразвукового изображения, ультразвуковой морфологии, это характеристики края, вот они, это форма и внутренние характеристики. А есть симптомы, которые... При том, что мы видим при УЗИ нечто, ну, например, да, спекуляции, эхогенный ободок, ангулярные края и акустическую тень, эти симптомы напрямую соответствуют гистопатологическим особенностям этого вида образования. И чем больше таких симптомов, тем больше наша уверенность в том, что это злокачественное образование. В рамках не только разных опухолей, но и одна конкретная опухоль может показывать разные симптомы. Она может показывать критерии и инвазивной карциномы, и протокарциномы.
циститу в каком-то другом участке. Из-за этого мы часто видим смешанные результаты визуализации. В результате чего это бывает то, что очень затрудняет врачей, потому что, ну, например, дольчатый контур, а при этом кальцинаты, а контур мы оцениваем как четко отграниченное образование. И вот здесь вот эти вопросы возникают, когда у нас есть смешанные симптомы. И есть мягкие симптомы. Мягкие симптомы в целом отражают наличие элементов протоковой карциномы инситу. И вы видите, что это и мелкодольчат, и вовлечение протоков, естественно, потому что именно по протокам растет эта карцинома, и микрокальцинаты характерные для них. Поэтому если разложить вот на эти гистопатологические особенности, то смотрите, вот этот перечень отражает наличие инвазии в окружающей ткани. Хард признаки, ну, жесткие, какие хотите, железный человек, железные признаки. Если вы имеете сочетание этих признаков, вы говорите про инвазивное образование молочной железы. Вы не думая о чем-то другом, не рассматривая вопросы даже васкуляризации или еще что-то дополнительных ассоциированных признаков, говорите, это категория Байратс-5. Если вы видите только мягкие признаки, да, то в целом, конечно, это тоже подозрительно. И в любом случае это будет категория Байратс-4, несмотря даже на то, что здесь подавляющее большинство результатов морфологии будет доброкачественно все-таки, пролиферативно доброкачественно. Ну и смешанные признаки, вот он, смешанный лес, да, лиственно-хвойный. И то, и другое здесь есть в одной опухоли. И поэтому такая опухоль и выглядит не совсем типично, не совсем, как мы привыкли. А мы с вами как раз-таки хотим видеть те опухоли, про которые я сказала, hard признаки, когда мы не сомневаемся. Но, к сожалению, таких опухолей не более 30%. А все остальные 70% выглядят и абсолютно иначе. Ну, клиническая ситуация, вот она рентгенологическая. Вот вы видите опять, как сформирован протокол показания к УЗИ. Мы видим две тени в правой молочной железе в косой плоскости. И в результате одна из них, она и была раньше описана, и динамики никакой нет с 2015 годом. А вторая тень – это вновь появившаяся. И даже независимо от того, что мы можем прочитать, что это лимфоузлы под вопросом, пишет нам рентгенолог и вставляет в категорию Байратс-3. Нет, конечно, в любом случае, в 69 лет любое что-то, новое образование, новая тень должна быть объяснена. И откуда бы взяться тут лимфатическому узлу, которого не было, это вопрос. И поэтому, конечно, мы знаем локализационно по тем схемам, которые мы уже вас очень много учили этому сопоставлению данных. Одно образование – это фиброаденома, которая уже с 15-м годом без динамики, то есть почти 10 лет. А вот новое образование, новая тень, туда ближе к глубокому, к заднему отделу, ближе к грудной мышце, которая не определялась, мы видим какое-то образование неправильной формы, непараллельная ориентация. Обращаю ваше внимание, это, кстати, как долгое время для меня было скрыто. Округлое образование относится к непараллельной вертикальной ориентации. Обратите на это внимание вот пристальное, потому что это важно. И с нечеткими размытыми краями. Конечно же, такое сочетание признаков позволяет нам говорить о подозрительности этого образования. Мы выставляем категорию Байратс-4. И, собственно говоря, и получаем то, что нужно. Мы получаем инвазивную, неспецифицированную карциному. При этом, обратите внимание, это люминальный отит. Вот он медленнее всего растет. То есть он медленно-медленно растет. И мы, конечно же, поймали это образование на самой-самой ранней стадии его развития. Это для того мы, для того лучевая диагностика, для того маммография и УЗИ. Вот для этих ситуаций, а не для тех ситуаций, когда мы имеем дело с метастазами лимфатических узлов. И мы абсолютно точно до таких не должны доводить. Категория Байратс-5, критическое подозрение на злокачественность, более 95%. Образование с типичными признаками карциномы.
Протокол пишет следующую фразу, но в целом с ней можно согласиться. То есть если вы взяли биопсию, а гистологию получили доброкачественную, то это дискордантно по отношению к тому, что вы видите. Надо либо повторить гистологию, либо сделать экстезионную биопсию. Если трансформировать наши знания в отношении ультразвуковых признаков, мы говорим, категория BI-RADS-5 – это образование с HARP-признаками, то есть признаками, напрямую ассоциированными с инвазией опухоли в окружающие ткани. А это спекуляции и эхогенный ободок. Чтобы вы понимали, когда мы видим вот такой широкий эхопозитивный ободок вокруг опухоли, это, с одной стороны, конечно, фиброз, десмоплазия, фибробласты, которые пытаются отграничиться от новообразования, а с другой стороны, вот этот вот ободок, вот здесь, ближе к опухоли, это микроспекуляции. То есть те, которые мы еще не можем оценить, как вот эти линии, когда мы видим реально спекулы. То есть это прямой признак, самый такой прям вот наиспецифичнейший для образований злокачественного характера. Ангулярные края при этом и акустическая тень. То есть это все, все эти признаки, они отражают инвазию в окружающей ткани. Вы видите такое? Значит, это BI-RADS-5. Это железно. Наверное, как иллюстрация, клинический пример, достаточно молодая женщина приходит, есть такие женщины, которые, в общем, маммография у нее есть, когда-то она делала, она ничего не знает, что у нее было 2 года назад, даже больше, УЗИ у нее было, она ничего не знает, что там было, и поэтому, конечно, нам трудно ориентироваться, у нас инициальное исследование. Конечно, несколько смущает постменопауза 4 года, возраст 45 лет, гинекологу она не обращалась, потому что еще не успела, с ее слов. И дальше вы видите, конечно, изменения на коже, несомненно, которые она расценивала как прыщик в течение вот уж нескольких лет. И вы видите, вот вам то, о чем мы говорим, HARP-признаки, когда сочетание признаков вообще никак не позволяет нам поставить любую другую категорию, кроме 5, потому что у нас есть и спекулярный, и ангулярный, и край, и тень в той или иной степени, да, и выраженная гипоэхогенность, эхопозитивный ободок. То есть все вот эти жесткие признаки. И, естественно, когда мы это видим, мы видим и жесткость, которая совершенно точно характеризует именно такого рода образование. Если бы такого рода образований были все, то в плане диагностики у нас бы не было никаких затруднений. Но еще раз подчеркиваю, таких, к сожалению, только 3. Морфологически это образование, я была уверена, что это будет люминальный атип, с учетом того, что это медленно росло, как вы понимаете, что такое образование с такими критериями, это может только медленно растущее, как раз таки в матриксе, который преобладает коллаген, плотные структуры, которая медленно растет и начинает показывать еще и признаки десмоплазии, да. Вот. Но и чаще всего это люминальный атип, это сочетание, но в данной ситуации это был люминальный B-тип опухоли. Не знаю дальше судьбы этой пациентки, знаю единственное, что онкологи, назначив неоадъювантную химиотерапию, услышали от нее: нет, вы меня сразу прооперируете, я больше ничего не буду делать. На этом наши пути с ней в жизни разошлись. Но, возвращаясь к категории BI-RADS-5, это 5. Все остальное, что бы вы ни видели, когда нет сочетания в целом таких признаков, вот прямо набора признаков убедительных, все остальное – это только высокие подозрения на злокачественность. Это будет 4. Ну, хотите, поставьте 4С. Как вот здесь, вот это образование оценено как BI-RADS-5. Но в целом, конечно, в этой категории вы значительно чаще будете ошибаться, если таким образованием будете присваивать категорию BI-RADS-5.
Ну и категория БРС-6, морфологически верифицированная карцинома, действительно история, когда у нас есть морфология, мы сделали биопсию, получили результат, инвазивная протоковая карцинома у совсем молодой женщины 35 лет. Вот обратите внимание на структуру, да, насколько структурно абсолютно разные опухоли. Мы здесь видим мелкодольчатости, кальцинаты. И вот этот вот набор признаков, подчеркиваю, был описан специалистами УЗИ как фиброаденома. Нет, конечно, так не может быть. Вы видите изменения вторичные в группе подмышечных лимфоузлов. И вот все это время, пока пациентка наша проходит неоадъювантную химиотерапию, а мы следим за ответом опухоли, прекрасно видя с точки зрения УЗИ, ориентируясь на проценты ответа опухоли по рецисту, у нас остается категория BRCA6. Мы, подчеркиваю, следим не только за опухолью, но и следим за ответом лимфоузлов на неоадъювантную химиотерапию. А для того, чтобы это четко делать, мы должны с вами знать следующее. Мы должны знать протокол ВИТА, который говорит о том, что вы должны описать правильно по современным стандартам лимфатические узлы. А дальше для того, чтобы следить за ответом, мы будем следить вместе максимальной толщины коры. Поэтому при инициальном исследовании вот эта зона максимальной толщины коры в области изменения лимфатического узла должна быть количественно оценена. И дальше за ответом мы будем следить количественно уже в процессе химиотерапии. Вы видите, здесь полный ответ лимфатического узла. Это инициально, это через 8 циклов неоадъювантной химиотерапии. Ну, я думаю, что на этом, наверное, хотя у меня есть еще один клинический такой пример, вот, но поскольку обычно со своей эмоциональностью, конечно, вышло за рамки тайминга, я думаю, что мы его все-таки, может быть, до следующих наших встреч оставим. И уже я отвечу на ваши вопросы и предоставим слово Ольге Борисовне, потому что, конечно же, взгляд рентгенолога, он для нас и для врачей УЗИ в плане мультимодального подхода очень-очень важен. Так, я готова ответить на вопросы. Так. Угу. Вопросы. Если при первом обнаружении фиброаденомы BRCA3 я ее пунктирую, получаю цитограмму фиброаденомы, через какое время перевожу в 2? Тоже через 2 года или раньше? Нет, конечно, если вы получили... Ну, во-первых, все-таки, конечно, цитограмма – это не очень надежная история. Обычно все-таки мы делаем трепан биопсии образования, но если у вас действительно цитограмма прям фиброаденомы, то вы пишете фиброаденомы такой-то молочной железы BRCA2 цитологически верифицированная. И в целом вы эту фиброаденому можете дальше не наблюдать, то есть она уже у вас верифицирована. Скажите, пожалуйста, если мы видим впервые фиброаденому на УЗИ, нужно ли делать биопсию? Это то, о чем мы говорим. Да. Если фиброаденома по картине, мы не делаем биопсию, наблюдаем ее по протоколу BRCA3. То, о чем я вам говорил, через 6 месяцев и дальше через год. Если фиброаденома с какими-то подозрительными признаками, то да, вы делаете биопсию, ее верифицируете. А дальше, если этот результат будет фиброаденома, с чем мы часто сталкиваемся в этих ситуациях? Ну, например, сложная фиброаденома. То есть мне какие-то находки, кисты или пролиферативные изменения, склерозирующий аденоз, вы в целом можете продолжать ее наблюдать. И тоже можете в скобках писать «морфологически верифицированная». Ну, то есть, как бы, но вы уже не наблюдаете по протоколу BRCA3, просто на скрининг по возрасту. Так, угу. Так, у меня как-то вот это вот сейчас я подвину. Так, я потеряла все вопросы.
Ольга Борисовна, вы на связи? Да, конечно. А можешь прочитать мне вопрос? Слушай, я как-то вышла, и вот вопросы тут. Ага, спасибо. Вот, они вернулись. Просто я как-то их не могу перелистнуть, дальше провести. Задает вопрос. Прочитать? Сейчас. Вот, получается. Все, Оль, спасибо большое. Здравствуйте, Ирина Александровна. Поддерживаете ли вы рекомендации выставлять БАРАЦ-0 пациенткам после 40 лет с преобладающей жировой тканью без жалоб, пришедшим на УЗИ без предшествующей маммографии? Или ставим БАРАЦ-1 в случае невыявления патологии? И на ком тогда лежит ответственность за нарушение алгоритма обследования, на ваш взгляд? Ольга Ивановна, вопрос, ну, как бы очевидный. Если пациентке уже по возрасту показано, по всем нашим приказам Российской Федерации, прохождение скрининговой маммографии, она приходит к вам, у нее жировой тип строения, вы выставляете ноль, если у вас нет маммографии. Ответственность, если вы выставили один и пропустили опухоль, ответственность будет на вас. Если вы выставили ноль, то ответственность на пациентке, она не сделала рентгеновскую маммографию, поскольку вы обязательно это напишете в вашем заключении. Поэтому тут это очевидно. Вопрос может быть в другом. Если приходит пациентка 38 лет с таким типом строения молочной железы, вот где вопрос на самом деле актуальный, который еще скрининговая маммография не показана. В этой ситуации мы не можем написать ноль. Но в целом, знаете, мы можем поступать так, как поступают врачи, например, в Соединенных Штатах Америки. Они пишут, ну, например, рентгенологи, они пишут вербально. Если они видят плотную молочную железу, они пишут, что плотная молочная железа значительно снижает чувствительность маммографии, ну, какими-то своими словами. Мы тоже здесь это можем написать, что выраженная жировая трансформация молочной железы снижает чувствительность УЗИ в скобках. Но мы будем обязаны поставить один БАРАЦ. А в ситуации, когда после 40 лет, то, конечно, ноль. Да, это неважно, 40 или 69. Все то же самое. Екатерина Дмитриевна спрашивает, какие причины могут привести к жировому типостроению молодых женщин, помимо индивидуального типостроения? Мне кажется, я, ну, частично ответила на этот вопрос. Это, смотрите, два основных компонента, влияющие на структуру: овариальные гормоны и рецепторный статус. Вот два компонента. Значит, если с овариальными гормонами все нормально, яичники, там регулярный менструальный цикл, а такая структура, речь идет о рецепторном статусе. Это значит количество рецепторов, либо их вообще нет, либо они минимально представлены. Как происходит развитие ткани? Рецептор связывается, в смысле, гормон связывается непосредственно с рецептором, да, и уже за счет синтеза ДНК происходит изменение с формированием ткани. Эстроген действует в своем направлении, он вызывает развитие млечных протоков и соединительной ткани. Прогестерон вызывает развитие долек. И альвеолы долек, да? Поэтому если нет рецепторов, то гормоны есть, им не с чем связываться, этого не происходит. В результате каких случаев это происходит в семейном анамнезе? Ну, иногда спрашиваем, и пациентка говорит, а мне мама говорила, что у нее тоже не было молока. То есть, возможно, какие-то варианты наследственного такого вот наследования такой структуры. Так, вопрос от Марины Андреевны. От Марины Андреевны. Ирина Александровна, что такое диффузный фиброаденоматоз? И какие графические признаки имеет эта нозологическая форма? Послушайте, но я вам советую, чтобы узнать это, прочитать клинические рекомендации Российской Федерации, которые называются «Доброкачественная диффузная дисплазия молочной железы».
Вот это то, что называется терминологически врачами мастопатия, фиброзно-кистозная болезнь, фиброаденоматоз. Это особенности, ну вот, терминологии. В классификации МКБ-10 вся эта группа заболеваний звучит как доброкачественная дисплазия молочной железы. Там есть различные варианты. Там есть различные варианты диагностики. Это целый, наверное, нам с Ольгой Борисовной надо было бы, да, Ольга Борисовна, еще не один час об этом говорить. Поэтому для начала просто возьмите почитать, потому что терминологически это то же самое. Так, на это я ответила. Как-то тут. Прочитать? Не-не. Не делают как надо. Так. Это я же уже, по-моему, на этот... Так, Марина Александровна. Образование по УЗИ 4С после биопсии, мастопатия или мастит. Операцию не делают. Пациентка наблюдается. Явления стихают, но не исчезают. Какую категорию ставим после 6 месяцев наблюдения? Железа не идеальна. Сохраняется неоднородная зона малой интенсивности. Марина Александровна, чаще всего такие сложные дифференциальные ситуации связаны с дифференциацией, с дифференциальным диагнозом опухоли молочной железы и определенных форм мастита. Мастит – это вообще история крайне тяжело диагностируемая, особенно специфические формы. Ну, например, то, что вы описываете, очень похоже на гранулематозный мастит. Ну, вот в целом, да, по всему. Поэтому, конечно, вы продолжаете наблюдать все-таки. Вот это та история, когда вы выставляете все равно категорию 3, наверное, и дальше наблюдаете этот фокус. Я вижу таких пациентов, у которых многократные биопсии, даже не одна, потому что она пришла за вторым мнением, там ей повторно сделали биопсию, за третьим еще одну. Вот. Но это факт. К сожалению, такие формы мастита мы же лечить однозначно не умеем. Лечение очень сложное и далеко не всегда приносящее свои плоды. Мало того, это достаточно часто рецидивирует. Поэтому все зависит, конечно, от гистологии. Вы просто написали мастит, какие клетки, это очень важно, потому что формы мастита бывают разные, конечно же. И от гистологии зависит то, чего мы дальше ожидаем. Поэтому, конечно, мы таких пациенток наблюдаем чаще. Так. Иду уже к концу вопросов. Или еще нет? Так, Светлана Викторовна. Добрый вечер, Ирина Александровна. Спасибо за материал. Да не за что. Всегда рада всем помочь. Вы в начале выступления сказали о типах строения молочных желез по преобладанию вида ткани. Скажите, пожалуйста, актуально ли в настоящее время применение термина ранней или поздней инволюции молочных желез? С точки зрения международных подходов вообще абсолютно нет, не актуально. Мы давно поделили все типы плотности молочной железы, соответственно, рентгенологической, да, классификации, которая в протоколе Байратс у рентгенологов. Это 4 типа плотности. В целом, конечно, ну, мне кажется, что мы к этому в следующем протоколе обязательно придем, поэтому вы уже можете прийти к нему и сейчас, описывая это и при ультразвуковом исследовании. То есть типа плотности А, Б, С и Д. С точки зрения ранней или поздней инволюции, ну, вы видите, если мы знаем в анамнезе, что это длительный прием кок, то мы это будем рассматривать, да, как более раннюю жировую инволюцию, не более того. То есть, в принципе, здесь важнее типы плотности. Должна сказать, что
последние, буквально в этом году, появились интереснейшие статьи, исследования корейских авторов, которые работают в этом направлении. И очень много данных, если действительно вас интересует вот это, почитайте. Это есть в открытом доступе варианты строения молочной железы. Корейцы предлагают количественно при УЗИ, имея некий пороговый коэффициент, оценивать, плотно эта железа или нет. И мало того, конечно, они отражают то, что есть в настоящий момент, что УЗИ позволяет. Ведь мы видим не просто плотность, то, что видит Ольга Борисовна рентгенологически, просто тень, да, железистого треугольника, а мы видим фиброзную ткань и железистую ткань. То есть мы видим фиброзную ткань, мы видим рыхлую передуктальную строму, и мы видим протоково-дольковые единицы. Они абсолютно разные их агентности. И по преобладанию ткани мы можем индивидуализировать риски у этой пациентки. То есть если преобладает истинно железистая ткань, то риски высоки. А если это фиброз, несмотря на плотность даже железы, то есть преобладание вот этой паренхимы в структуре над жиром, рисков повышенных нет. И это вот завтрашний день нашей диагностики, когда мы будем говорить про индивидуализацию скрининга. Поэтому мой ответ, что это не актуально. Тут следующий, может быть, момент. А если пациентка принимает заместительную терапию, да, то как относиться к тому, что у нее стало больше ткани? Ну, конечно, то, что принимает, то мы и видим в структуре молочной железы. Мы уже сказали, авриальные гормоны или не авриальные, а такие вот эндогенные, да, и рецепторы. И все, и у вас структура плотная молочной железы. Так, у меня как-то все опять откатилось этим вопросом назад. Сейчас, секунду, извините. Ольга Борисовна, смотрите, все, они кончились у меня. На последний вопрос остался. А можете его прочитать? Да, да. Ирина Александровна, очень часто пациентки приходят вообще без протоколов маммографии или предшествующих УЗИ. Можно ли ориентироваться на слова пациентки? Кавычки открываются. Я была на маммограммах, там все хорошо. Кавычки закрываются. Указав в протоколе со слов или в любом случае в отсутствии документального подтверждения ставим БРЭЦ 0 после 40 лет. Ну, знаете, мы не можем всем прям не доверять. Я обычно, ну, в целом, опять-таки, вопрос следующий. То есть вы в анамнезе можете это написать, и я всегда это делаю. То есть данные маммографии не представлены, протокола нет, со слов при маммографии от того-то там без патологии. Но мы, для нас это, конечно, не документ и не факт. Поэтому если вы видите, если она вдруг пришла зачем-то с жировым типом уже структуры, с фиброзно-жировой инволюцией к вам на УЗИ, вы смело ставите ноль, если у вас нет документа. Вы в анамнезе это можете написать, но это не поменяет категорию, совершенно точно, потому что пациентка может забыть, ведь вот я же вам показывала случай, когда 4 года нет месячных, 45 лет, она все просто никак не дойдет до гинеколога. Поэтому время для каждого течет по-разному. Может быть, она думает, что это было в прошлом году, а на самом деле это было 10 лет назад. Поэтому вы можете написать со слов, но выставляйте категорию БРЭЦ 0, конечно. Вы кончились вопросы? Я прошу прощения, да. У меня дальше уже не листать. Да, закончили. Ну что ж, коллеги, спасибо. Вопросов было достаточно для того, чтобы я поняла, что это действительно те вот ситуации, которые я осветила, да, это те ситуации, которые интересны, актуальны, с чем мы каждый день сталкиваемся. Но поскольку мы уже будем скоро с Ольгой Борисовной планировать новые школы, то и по вашим вопросам в целом мы понимаем вот те зоны интереса, которые у вас есть, и будем обязательно их освещать в следующих наших презентациях. Еще раз благодарю вас за внимание. Спасибо большое. Добрый вечер, уважаемые коллеги. Давайте теперь поговорим о роли маммографии и в нашей повседневной жизни, рутинной врача лучевой диагностики, и о том, как мы используем систему БРЭЦ.
Наверное, лишним будет говорить о том, что БАРЭЦ сейчас повсеместно распространена, но тем не менее, позволю себе напомнить, что подразумевается под названием то, что это система интерпретации и протоколирования. Ирина Александровна говорила вам о важности написания протокола, и я еще раз подчеркну это в отношении мам графических изображений. Для чего была система BI-RADS разработана, вы прекрасно знаете, и необходимо акцентировать, наверное, внимание на необходимости использования стандартизованной терминологии, поскольку все мы обладаем достаточно бурно развитым воображением и хорошей начитанностью, и можем использовать разные совершенно описания тех изменений, которые мы видим. Этого надо стараться избегать по возможности. Напомню, с вашего позволения, принципы БАРЭЦ в отношении именно написания маммографических изображений и вообще отношения к маммографии. Правильное расположение маммограмм на экране обязательно должно соблюдаться. Это позволяет нам сравнивать симметричные участки молочных желез и нередко приводит к выявлению мелких образований или каких-то участков, например, нарушения архитектоники в ретромаммарных областях. Это очень важно, за этим нужно смотреть. Необходимо соблюдать структуру протокола описания, этот вопрос я уже коснулась, использовать терминологию, это тоже очень важно, для того, чтобы, взяв чужое заключение в отсутствие непосредственно изображений, вы понимали, что имел в виду врач-рентгенолог, описывая данные исследования. Ну и присвоение категории, безусловно, необходимо, но оно ни в коем случае не исключает, вернее, оно только дополняет вербально выраженные заключения рентгенолога. То есть вы должны словами написать, что вы видите, и только затем присвоить категорию. Вот так выглядит правильное расположение маммограмм. Мы совмещаем между собой симметричные изображения молочных желез, и это позволяет уловить многие нюансы, которые при другом расположении совершенно недоступны. Структура протокола, я об этом уже говорила вам, Ирина Александровна, она должна обязательно включать цель исследования, то есть зачем вы ее выполняете. Идет ли речь о скрининговой, вернее, ну, наверное, в наших условиях, может быть, разумнее сказать, профилактической маммографии. Или речь идет о диагностической маммографии. Необходимо указать жалобы пациентки, если таковые присутствуют. И какую-то дополнительную информацию, которая может оказать существенное влияние на интерпретацию тех изменений, которые вы видите на снимках. Затем необходимо описать структуру молочной железы. И после того, как вы дали представление о том, на каком, с каким фоном мы имеем дело у данной конкретной пациентки, вы уже описываете патологические изменения. Если есть какие-то снимки для сравнения, вы, безусловно, указываете динамику изменений. Затем словами вы пишете заключение и присваиваете категорию. И, конечно, желательно дать рекомендации. Почему я снова и снова акцентирую на, казалось бы, банальных вещах ваше внимание? Дело в том, что сейчас все меньше, к счастью, но, тем не менее, приходится сталкиваться с теми заключениями, в которых все, извините, перевернуто шиворот на выворот. Сначала описана кожа, потом почему-то описывается патологическое изменение, потом возвращается структура, описание структуры. И в итоге, если не соблюдать определенную структуру протокола, если не соблюдать определенную последовательность, это может привести лишь к одному, что вы в процессе описания потеряете значимую для заключения информацию, которую необходимо было бы отразить. Поэтому старайтесь по возможности все-таки придерживаться структуры протокола. Вы оформляете свой протокол, соответственно, требованиям приказа о рентгенологических исследованиях, всем вам прекрасно известному. Вы знаете, что должны быть указаны название учреждения, исходные данные пациентки, эффективная доза, название рентгеновского аппарата, на котором вы проводите исследование.
затем название самого исследования, то, зачем мы делаем, вот, например, в данной ситуации профилактическое исследование, и то, что значимо для интерпретации визуализируемых вами изображений. Это то, что пациентка в данной ситуации находится в постменопаузе, причем достаточно длительное время, не получает гормонозаместительной терапии. Это важно. Затем вы описываете сам тип строения. И прошу простить меня. Тип строения, что вы видите на этом фоне. Описываете состояние кожи, что очень важно для молочной железы. Наличие или изменений сосково-ареолярного комплекса. И если вам удается что-либо визуализировать в аксиллярных областях, вы описываете это тоже. Затем вы словами пишете заключение, указываете категории BI-RADS. Если вы используете категории PGMI, оценку качества маммографических изображений, то вы указываете их также. Не забывайте, пожалуйста, что структура, тип строения молочной железы, он предполагает соотношение различных компонентов ткани, которые составляют молочную железу. Поверьте, я думаю, что для многих из вас не станет открытием, что сейчас мы не настолько сильно привязаны к процентному соотношению именно в цифрах, и более плотная ткань, даже при небольшом ее количестве, может действительно ограничивать наши диагностические возможности, но тем не менее привычным для всех остается распределение типов строения именно подобным образом. Я думаю, что не имеет смысла сейчас, по крайней мере, до очередного нового пересмотра, который, как мы говорили с Ириной Александровной, мы ждем со дня на день, менять эту ситуацию. Она привычна, всем понятна, и нам, и ультразвуковым специалистам, и мамологам. Не забываем, что при описании протокола BI-RADS мы пользуемся, по сути, четырьмя терминами. Это образование, это локальная асимметрия, нарушение архитектоники и микрокальцинаты. То есть, по сути, все то, что может отразить патологию подозрительную на рак. По локализации нередко возникают определенные сложности у докторов при описании в протоколе по BI-RADS локализации образования. Конечно, мы с вами пользуемся привычными терминами, обозначающими квадранты молочной железы, но, тем не менее, необходимо дополнительно указывать и отделы, соответствующие премамарной клетчатке тела железы, то есть отображение железистого треугольника, ретромамарные задние отделы железы, или если изменения локализуются, например, в субареолярной области или аксиллярном отростке, вы тоже это отражаете, можете использовать цифровые обозначения. Вы можете пользоваться схемой часового циферблата. Я знаю, что большинство врачей, описывающих маммографию, стараются избегать часового циферблата. И отчасти могу их понять, поскольку укладка при медиолатеральной проекции, при косой проекции молочной железы, она каждый раз получается настолько разной, даже у одной и той же пациентки, что иногда бывает сложно сопоставить. Но на самом деле эта схема вполне рабочая, и если вы немножко с ней поработаете, то вполне можете на нее ориентироваться. Ну, например, давайте посмотрим данный клинический случай. Мы видим образование левой молочной железы, которая хорошо контурируется на маммограмме в прямой проекции во внутренней гемисфере. На маммограмме в косой проекции левой молочной железы мы его видим
Ну, не сказать, чтобы отчетливо, а если честно сказать, то практически не видим. Как нам сориентироваться? Вот мы видим, что по прямой проекции расположение образования соответствует или 10, или 8 часам. Если мы сопоставим косую проекцию молочной железы, то мы поймем, что, конечно, в этой ситуации оно будет соответствовать 8 часам. Еще один подобный случай, ну не совсем подобный, правая молочная железа. Мы видим образование, более четко контурирующееся в косой проекции и менее отчетливо в прямой проекции, образование с ассоциированными микрокальцинатами. И если мы с вами сопоставим эти схемы с имеющимися маммограммами, то мы скажем с вами, что оно располагается на часе. И, соответственно, первой и второй схеме. Напоминаю вам про измерения. С этим тоже сложности возникают. Во-первых, мы всегда стараемся проводить измерения на маммограммах в прямой проекции, где минимально искажение при укладке рентгенлаборанта. Если же вы все же производите измерения по косой проекции, то вы обязательно должны упомянуть это в протоколе, поскольку это все-таки отличается от общепринятых стандартов. Извините, вот тут на схеме у меня уехали измерения. Что я хотела до вас донести? Нельзя измерять те образования или изменения, которые мы видим на маммограмме, просто так, как нам хочется. Мы должны обязательно с вами выбирать максимальную длину образования и измерять ее, и затем накладывать к ней перпендикуляр. Может быть, на следующем слайде оно сохранилось. Да, мы видим измерение. Выбираем наибольший длинник образования и накладываем к нему перпендикуляр. И тогда это будет правильное измерение, которое можно будет воспроизвести. Потому что воспроизводимость измерений в косой проекции, она, конечно, очень невысока. Не буду повторяться о категориях Байретс, Ирина Александровна о них уже упомянула, да и в любой литературе вы можете с ней ознакомиться, если вы до сих пор еще не привыкли с ней работать. Однако напомню, что категория 0 это категория, которая применяется для скрининга. Преимущественно, если у вас есть первое, второе чтение, замечательно, как оно должно быть для профилактических исследований. И эта категория предполагает либо наличие предыдущих маммограмм для сравнения, либо говорит о том, что эта пациентка должна быть отозвана в достаточно короткие сроки для дополнительного исследования именно рентгенологического. Либо же при категория 0, она может быть присвоена в тех ситуациях, когда вы видите маммограммы, не соответствующие по качеству или неправильно маркированные, с отсутствием исходящих данных пациентки, где не обозначена, например, сторона исследования. Конечно, это недопустимо описание таких исследований. Но я думаю, что сейчас все меньше и меньше мы с этим сталкиваемся. Хотя некоторые лаборанты имеют вот привычку упорно срезать какие-то отделы молочных желез, которые вполне могут нести в себе какие-то изменения, и отсутствие их визуализации подвергает вашу ответственность серьезному испытанию. Итак, категория 1, она предполагает отсутствие какой-либо патологии, в идеале и соответствие возрасту пациентки, которую мы наблюдаем. Ну, в данном случае мы видим с вами картину жировой инволюции, единичные сосудистые тени и небольшой фиброз, тонкую кожу. Не совсем она, конечно, идеально выполнена, но тем не менее. Опять же, смешанная структура молочных желез без видимых значимых изменений. Не будем сейчас долго останавливаться на этих клинических примерах.
несколько большее количество фиброгландулярной ткани на фоне все-таки превалирующей жировой ткани. Тоже вполне допустимо для пациенток репродуктивного возраста вообще. Мы предполагаем наличие смешанной структуры, а вот соотношение компонентов может быть различным. Как, например, на этих маммографах мы видим значительно большее количество плотной фиброгландулярной ткани. Или плотный тип строения, который является значительным препятствием для нашей с вами работы. Но, тем не менее, это жизнь, и такие маммограммы тоже описывать нужно. В таких ситуациях вы вполне вправе вынести в заключение первым фразу «плотный тип строения молочных желез». Вторая категория предполагает при маммографии наличие доброкачественных изменений. И так как мы с вами не в силах судить о внутреннем содержимом округлых образований с четкими контурами, то при рентгенологической картине, например, множественных кист молочных желез, если мы с вами не видим каких-либо изменений, которые будут смещать наше внимание в сторону другой категории, мы вправе с вами поставить категорию 2. При этом нам никто не запрещает рекомендовать ультразвуковое исследование для оценки внутренней структуры этих кист. Верифицированные фиброаденомы, если они не меняются с течением времени, это, конечно, категория 2. Ирина Александровна вам очень много об этом говорила. Мы меняем категорию, если вы, например, поставили категорию 3 первоначально при впервые выявленной фиброаденоме, затем ей в течение этой пациентки, в течение, допустим, недели, двух месяца выполнена верификация, и при следующем ее визите вы видите маммограммы этой пациентки, у вас есть на руках заключение, то вы сразу же изменяете эту категорию. Как правило, нашу жизнь немножко облегчают крупноглыбчатые обозвисления, которые нередко встречаются в структуре фиброаденом. Ассоциированные кальцинаты, именно характерные для фиброаденом, крупноглыбчатые, очень особенные, они позволяют нам иногда при наличии очень маленьких образований сразу говорить о том, что здесь имеется категория 2. Например, на данном клиническом примере вы видите в левой молочной железе в верхней, внутреннем квадранте, в задних отделах железистого треугольника, практически на границе с ретромаммарным пространством, очень маленькую фиброаденому с характерными обозвислениями, которая не нуждается в верификации. Вы здесь смело можете поставить категорию 2 и рекомендовать пациентке динамическое исследование в плановом порядке. Если вы видите подобные изменения на маммограммах, как у этой пациентки правая молочная железа, тип строения, можно сказать, Б, минимальное, небольшое количество железистой ткани, мы видим крупное, частично инкапсулированное или даже полностью, нет, можно сказать, полностью инкапсулированное образование жировой плотности, оно ничем нас не смущает, это, безусловно, липома. И здесь нет необходимости ставить ей категорию 3, например, вы можете поставить категорию 2. Опять же, никто не запрещает вам рекомендовать обследование этих пациенток словами, если вы считаете это необходимым. Неосложненное течение после эндопротезирования. Здесь вы видите ретромаммарное расположение имплантатов молочных желез, состояние после аугментационной маммопластики. Оно само по себе сразу же переводит пациент в категорию 2. Плюс мы видим с вами типичные кальцинаты в обеих молочных железах. И больше ничего нас не смущает. Вполне можем оставить эту категорию. Ретропекторальное расположение имплантатов тоже не должно вас смущать. При отсутствии патологии в ткани молочных желез мы также сохраняем категорию 2 при неосложненном течении после аугментационных маммопластик. Третья категория всегда вызывает массу
сомнений у врача-рентгенолога, массу каких-то трудностей, поскольку подавляющее большинство публикаций говорит нам о том, что мы должны крайне редко использовать категорию 3, стараться. А должны преимущественно оперировать категориями 1, 2, 4 или 5, да, по возможности. Почему это так происходит? Потому что стараемся избавить пациентку от излишнего контроля рентгенологического, от излишнего облучения. Если ситуацию можно и нужно прояснить быстрее, тогда имеет смысл все-таки этой пациентке поставить категорию 4. Если же вы готовы отпустить ее как минимум на 3 месяца, тогда вы можете использовать категорию 3. Когда чаще всего применяется категория 3? Все же. Это участки локальной асимметрии, которые с очень высокой долей вероятности все-таки будут участками фиброаденоматоза. Я все-таки позволю себе на секунду отвлечься в сторону фиброаденоматоза. Значит, для того, чтобы вы понимали, фиброаденоматоз – это морфологические изменения структуры ткани молочной железы. Их можно определить гистологически. Поэтому то, что вот мы, например, с вами на маммограмме видим, это рентгенологическое отражение морфологических изменений. Это такая вот реплика в сторону того, как на маммографии это все выглядит. Извините, так, дальше. Фиброаденома. Впервые выявленная фиброаденома. Если она все же превышает размер в несколько миллиметров, если она не обладает характерными крупноглыбчатыми ассоциированными кальцинатами в структуре, если она вас смущает, нередко даже если она вас не смущает, но смущает врача, мамолога или онколога, да, конечно, вы ставите категорию 3 и вправе рекомендовать здесь биопсию. Если же контур ее особенно нечеткий, вы вполне можете поставить категорию 4. Олеогранулемы, нередко возникающие в результате разных процессов, Ирина Александровна вам тоже уже об этом говорила, за счет своей смешанной структуры, неоднородной, вызывают определенные подозрения. И вроде бы мы понимаем, что, например, у пациентки после мастопексии в области послеоперационного рубца, вернее, рядом с ним, выявляется образование большей степени жировой плотности. Но, тем не менее, нас это смущает. Да, в этой ситуации мы можем использовать категорию 3. Четвертая категория. Не буду долго, наверное, говорить о распределении между А, Б и С под категориями. Просто скажем о том, что мы чаще всего эту категорию используем тогда, когда речь идет о микрокальцинатах. Вы все помните, как в БРС они описаны, или аморфные, или плеоморфные, кластеры ли это микрокальцинатов, или это региональное распространение, к примеру. Ваши вопросы, ваши интересы, четвертую категорию, конечно, должны вызывать и провоцировать к использованию кластеры и скопления микрокальцинатов, которые расположены не только на какой-либо основе в виде фона, допустим, соответствующего фиброаденоматозу, но и на фоне жировой ткани. Они совершенно не... Присутствие микрокальцинатов на фоне жировой ткани совершенно не свидетельствует о какой-то особенной структуре. Они также подозрительны на рак, как и остальные. На данных маммограммах вы видите наличие кластера микрокальцинатов, расположенного на границе верхних квадрантов правой молочной железы, и подобная ситуация, безусловно, должна привлечь ваше внимание. Видим большое количество их на единице площади. Участки нарушения архитектоники, они тоже должны обязательно привлекать ваше внимание. Это один из наиболее трудных, наверное, для диагностики
рентгенологической найти мелкие участки нарушения архитектоники, то есть то, что идет вразрез с привычной радиарной структурой стромы молочной железы. Обращаю ваше внимание, что на фоне достаточно плотного типа строения наличие крупных образований, не выявляемых ранее и не сопровождающихся характерными для фиброаденома обозвислениями, должно заставить вас использовать категорию 4. Как на прошлом примере, где образование было достаточно четко очерчено, то и тогда, когда появляется образование, более имеет вид более соответствующий участкам локальной асимметрии, как здесь у этой пациентки в верхненаружном квадранте, мы не можем уверенно говорить о доброкачественной природе этого образования, безусловно. Мы будем говорить о том, что за счет контуров, которая частично перекрыта окружающими тканями, за счет расположения этот участок достаточно подозрителен на рак, и мы должны, конечно, в этой ситуации использовать категорию 4. Очень интересный клинический случай. Впервые выявленное образование в возрасте 45 лет у пациентки, имеющей осложненный наследственный анамнез. Казалось бы, достаточно четкое образование, вернее, с достаточно четкими контурами, не очень высокой плотности. Сразу вам расскажу, чем оно оказалось. Это оказалось гамартома молочной железы. И на нижнем слайде вы видите изливающуюся гематому после забора материала на гистологическое исследование. Также, конечно, мы использовали четвертую категорию. Наличие крупных обозвислений в структуре образования не всегда гарантирует его доброкачественность. Тем более, если образование достаточно большое. И если эти обозвисления, они непривычны нам, если они сопровождаются появлением более мелких аморфных или наличием плеоморфных кальцинатов, если наружные контуры образования нечеткие, конечно, используйте категорию 4. Еще один вариант использования категории 4. Пациентка, вы видите сначала маммограммы, выполненные год назад. На тот момент пациентке прошло уже 10 лет после секторальной резекции и лучевой терапии по поводу рака молочной железы. При контрольном исследовании через год на прямой маммограмме достаточно отчетливо во внутренней гемисфере в ретромаммарном пространстве и на косой маммограмме всего лишь в краю изображения мы с вами видим некое уплотнение, которое крайне подозрительно на рецидив. Конечно, мы в этой ситуации тоже будем использовать как минимум категорию 4. При категории 5 вероятность злокачественности, как вы понимаете, достаточно большая, и чаще всего это не вызывает каких-то сомнений в тех случаях, когда мы видим инвазию кожи. Ирина Александровна вам тоже показывала такой пример. Здесь уже сомнений, как правило, нет никаких. Крайне маловероятно, что это вскрывшийся, правда, свищевой ход при мастите. Конечно, пятую категорию мы используем при патогномоничной картине рака молочной железы, как здесь, в верхненаружном квадранте левой молочной железы мы видим с вами образование со спикулами. Участок локальной асимметрии в верхненаружном квадранте левой молочной железы на данных маммограммах не только привлекает наше внимание. Первое, что должно броситься нам в глаза, это утолщение кожи левой молочной железы. Плюс наше внимание с вами акцентирует явно измененный лимфатический узел в левой аксиллярной области. Пусть даже один, мы не обладаем столь широким спектром возможностей в осмотре регионарных зон лимфоотока, так как это могут сделать специалисты ультразвуковой диагностики, но тем не менее мы тоже должны в этой ситуации что-то описать. Подобная картина, я думаю, не будет
приводить к затруднению в описании. Мы видим достаточно обширные опухолевые изменения в правой молочной железе. Обращаю ваше внимание, что не всегда в подобных случаях кальцинаты являются ассоциированными с образованием. При прорастании кожи нередко пациенты используют какие-то присыпки для того, чтобы подсушить язвенную поверхность, и они могут отражаться на маммограммах, симулируя наличие кальцината в структуре. Когда речь идет о верифицированных раках молочной железы, мы наблюдаем их как на фоне лечения или без лечения, если пациенты отказываются от терапии, или после окончания лечения, но без проведенного хирургического этапа, даже при картине полного регресса, вы сохраняете этой пациентке в заключениях категорию 6 – верифицированный рак молочной железы. Нередко возникают трудности, когда выявляются какие-то изменения в аксиллярных лимфатических узлах, а при исследовании непосредственно ткани молочной железы мы не видим изменений. И в данной ситуации вы оцениваете по БРЭЦ именно структуру самой молочной железы. Вероятность при обширном поражении аксиллярных областей или одной области при оккультном раке молочной железы не так высока. Поэтому здесь вы присваиваете ту категорию, которую считаете нужным, исходя из структуры молочной железы, но обязательно акцентируете словами, вербально, внимание лечащего врача на том, что есть изменения в аксиллярной области одной или обеих. И, соответственно, рекомендуете дальнейшие действия для лечащего врача. Нередко последнее время встает вопрос о присвоении категории БРЭЦ пациенткам после подкожных мастектомий. Мы не присваиваем категорию БРЭЦ, даже если мы в состоянии выполнить ей маммографию с измененной стороны. Здесь вы видите состояние после подкожной мастектомии. У пациентки достаточное количество жировой ткани под кожей, которая позволила нам получить изображение, но тем не менее оценивать ее как непосредственно железу мы с вами не можем. То есть так и пишем, описываем категорию БРЭЦ, присваиваем молочной железе, которая не была оперирована, пишем состояние после подкожной мастектомии с другой стороны, и если там есть какие-то изменения, то описываем их словами с соответствующими рекомендациями. Давайте посмотрим вот на этот клинический пример, чтобы мы с вами поставили. Ведь категории БРЭЦ, они могут меняться в течение исследования. Мы с вами прекрасно знаем это. Мы видим пациентку 72 лет. Мы видим структуру молочных желез, которая явно плотнее той, которую мы ждали бы увидеть у этой пациентки. Да, то есть у нее явно есть явление диффузного фиброаденоматоза. И на этом фоне мы видим некое образование со сравнительно четкими контурами в верхненаружном квадранте левой молочной железы, зона 2, приблизительно на часе в верхненаружном квадранте. Какую категорию мы бы присвоили этой пациентке? Но сперва хочется сказать, достаточно четкие контуры, сравнительно невысокая интенсивность образования, которая соответствует интенсивности ткани, самой фиброгландулярной ткани. Может быть, это киста? Да? Хотелось бы поставить, может быть, категорию 3, может быть, это фиброаденома, направить пациентку на дополнительное исследование, посмотреть на нее через 3 месяца. Но мы должны с вами не забывать о том, что несмотря на вот эту картину, пациентке 72 года, и наличие у нее такого крупного образования без ассоциированных кальцинатов в структуре крайне сомнительно. Поэтому в этой ситуации более правильным было бы присвоить этой пациентке категорию как минимум 4. Посмотрим на то, есть ли у нее жалобы. А жалоб у нее нет, несмотря на довольно крупное образование. Она его отмечает с ноября месяца прошлого года без динамики.
При маммографии в поликлинике по месту жительства ничто не привлекло внимание доктора, а вот внимание врача ультразвуковой диагностики привлекло. Было высказано подозрение на рак молочной железы, категория 4Б была присвоена, и выполнена трепан-биопсия под ультразвуковым контролем. Получен гистологическое заключение муцинозный рак молочной железы. Так что же получается? На ультразвуке видят. Гистология весьма неблагоприятна, согласитесь. Да? Доктор, если мы обратим внимание на статус локалис, пальпирует плотное без четких контуров образование в верхненаружном квадранте. Неужели мы ничего не способны сделать? Мы всегда можем отозвать пациентку, если в этом есть необходимость, и сделать ей какое-то дополнительное исследование. Теперь, зная всю вот предшествующую картину, посмотрим и, наверное, скажем, что в 72 года при подобных изменениях, наверное, следовало бы использовать категорию 4. Что же делать? Как нам реабилитироваться? Ну, например, сделать контрастную маммографию или томосинтез. Здесь контрастная маммография более чем красноречива. Заодно она нам позволила не только визуализировать образование, которое интенсивно накопило контрастное вещество, но и сказать о том, что на фоне довольно плотного типа строения в других отделах этой железы и контрлатеральной нет никаких участков накопления, что позволяет эту пациентку совершенно спокойно перевести, во-первых, маммографические. Ну, мы уже должны ее перевести в категорию 6. Но если бы у нас не было гистологии, мы бы ее перевели в категорию 5. Согласитесь, в этой ситуации, бесспорно. И это позволяет сделать определенные выводы врачам-клиницистам. Отсутствие, возвращаясь к этой мысли, отсутствие других изменений в молочных железах. Сделать вывод о том, что это опухоль операбельно в объеме, например, секторальной резекции с биопсией сигнальных лимфатических узлов. Здесь доктор совершенно верно все пишет, описывает контрастную маммографию, присваивает категорию 6, поскольку мы изначально, доктор знал о том, что ситуация уже верифицирована. Для пациентки выполнена секторальная резекция, биопсия сигнального лимфатического узла. На окончательном диагнозе заключении гистологическом мы видим муцинозную карциному 30 мм. Это соответствует той картине, которую мы с вами видели. И отсутствие регионарных лимфатических узлов, измененных при биопсии сторожевых лимфатических узлов. Может быть, чем-то схожая картина, однако здесь пациентке 56 лет. Выражена смешанная структура молочной железы. Да, мы видим прямо даже дольковое, можно сказать, строение молочной железы. И мы видим на маммограмме прямой проекции во внутренней гемисфере правой молочной железы участок локальной асимметрии или же образования. Даже, наверное, можно было бы сказать, имея оно чуть более четкие контуры в другой проекции. Не так просто нам его ассоциировать с маммограммой в косой проекции. Мы его не очень хорошо контурируем, но тем не менее при ближайшем рассмотрении мы понимаем, что да, вероятнее всего это верхний внутренний квадрант правой молочной железы. Какую бы категорию мы здесь поставили пациентке? Я думаю, что каждый из вас, наверное, как минимум 4С использовал бы в данном конкретном случае. Посмотрим. Опять же, жалоб нет. Удивительно, никто ни на что не жалуется. Описана маммограмма по месту жительства, что в верхнем внутреннем квадранте правой молочной железы образование стяжистым контуром и единичными кальцинатами в структуре. Мы так с вами не приближали, не видели. И смотрите, какое интересное дополнение. Увеличение от 11 января 2023 года. Да? То есть интервал между маммограммами составил 10 месяцев. Почему так произошло, мы с вами не знаем без подробностей. Да? Но тем не менее, данное образование видели. Почему пациентка не была направлена? А может быть, она была направлена, но не пришла в силу каких-то обстоятельств. Нам тоже сложно об этом судить. Но, тем не менее, мы понимаем, что это образование существует уже достаточно давно, и оно увеличилось.
Что, безусловно, говорит о том, что мы уже двигаемся в сторону повышения категории BI-RADS. При ультразвуковом исследовании почему-то на 4 часах, да, выявлено образование 33 мм с достаточно четкими, с достаточно ровным контуром. Ну, рентгенологически оно не очень ровные контуры имеет, но все-таки наши методы могут иногда значительно отличаться. И врач при обследовании пальпаторном пациентке в верхненаружном квадранте пальпирует плотный узел размером около 3 см и положительный симптом площадки. Конечно, клинически это говорит сразу о том, при наличии симптома площадки, что имеется клиническая картина рака молочной железы, о чем доктор и пишет: бластома правомолочной железы CT2N0M0. Мы переделываем ей ультразвуковое исследование, и доктор наш также говорит о том, что в верхнем внутреннем квадранте визуализируется образование с нечетким неровными контурами, размеры получаются несколько больше, высокий коэффициент деформации у этого образования. Но при контрольном ультразвуковом исследовании доктор заподозрил наличие второго узла. И что же нам делать? Изменит ли это категорию 4 или 5, присвоенную рентгенологом в данной ситуации? Нет, не изменит, конечно. Мы по-прежнему написали бы категорию 5 в отсутствии верификации. Крайне подозрительно. Здесь хорошо. Пусть будет даже 4C, если кто-то из вас считает, что оно недостаточно подозрительно. Что мы можем сделать, чтобы поставить четко уже категорию 5? Ну, например, опять же, использовать контрастную маммографию или, например, томосинтез, который позволит нам более четко оценить контуры. Мы видим гиперваскуляризированное образование в верхне-внутреннем квадранте правой молочной железы и сразу же снимаем подозрение на наличие второго узлового образования, на наличие мультицентричного рака у этой пациентки, что тоже, безусловно, меняет саму клиническую ситуацию, само ведение пациентки. Что затем с ней происходит? Ее начинают лечить с помощью неоадъювантной химиотерапии. И на приконтрольном исследовании мы по-прежнему с вами плохо дифференцируем узел в косой проекции, но достаточно отчетливо, с учетом того, что он располагается на границе с ретромаммарным пространством. Мы видим его во внутренней гемисфере в прямой проекции. Посмотрите, как изменились его контуры. Здесь уже, безусловно, категория 6. Вы видите, при биопсии верифицирован протоковый рак. И категория 6 у этой пациентки при маммографии, конечно. И при контрольном исследовании после окончания цикла неоадъювантной химиотерапии мы видим сохраняющийся участок деформации, участок уже, наверное, нарушение архитектоники, можно его назвать, в прямой проекции, который по-прежнему все равно оставляет у нас с вами при наличии категории 6, да, ощущение опухолевого процесса. И посмотрите, что оказывается при окончательном гистологическом исследовании после операции. Вот смотрите, вот последняя маммограмма, где мы видим с вами уже после окончания химиотерапии, видим, что доктор описывает уменьшение размеров образования на 37%. А в короткие сроки после этого уже проведена резекция молочной железы с определением сторожевого лимфатического узла. Такое решение принял консилиум. И посмотрите, какое интересное гистологическое заключение мы получили. Сектор правой молочной железы с фиброзно-кистозными изменениями, преобладанием фиброза, слабо выраженной лимфоидной инфильтрацией без опухолевых клеток, что соответствует полному лечебному патоморфозу. Да? То есть мы должны с вами понимать, что даже когда мы видим картину, сохраняющуюся картину рака молочной железы на фоне лечения, это не всегда говорит об активности процесса. Это тоже интересный такой момент, просто мне хотелось его вам показать. Он не меняет, безусловно, категорию, но и не меняет наш с вами подход к описанию
локализации, размеров, структуры данного образования, естественно, не меняет. И да, постараюсь надолго вас очень не задержать. Пациентка следующая. Посмотрите, пожалуйста, на данные маммограммы. Мы видим перед собой маммограмму молодой женщины. На момент исследования ей 46 лет. Смешанная структура, смешанный тип строения молочных желез. Вероятно, имеют место единичные кисты небольших размеров. Эта пациентка ведет весьма здоровый образ жизни. Она спортивна, бодра и весела. И у нее есть только один нюанс, который отягощает ее историю. Это рак молочной железы у ее матери, который был выявлен в возрасте 65, если не ошибаюсь, лет. Пациентке было проведено генетическое исследование, не обнаружено мутации в генах версии 1 и 2. Я имею в виду маму, у которой был рак молочной железы. Так что было понятно, что, вероятно, у этой пациентки был спорадический рак молочной железы. То есть, по сути, мы не ждем у этой пациентки никаких изменений. И данная маммограмма нас ни в чем не настораживает. Она приходит на контрольное исследование спустя 2 года. И мы с вами видим, неожиданно для нас, появление единичных кластеров микрокальцинатов. Если вы очень близко постараетесь посмотреть на эти изображения, то вы увидите, что кластер микрокальцинатов тут в левой молочной железе не один, их достаточно много. И при стереотоксическом увеличении, при восьмикратном увеличении, при стереотоксических исследованиях молочных желез, мы видим скопление, появление кластеров микрокальцинатов. Некоторые из них разрознены, часть из них аморфные. И понимаем, что, безусловно, эта пациентка нуждается в верификации. То есть из категории 2, вернее, даже из категории 1, 2 года назад, пациентка при контрольном исследовании сразу же перешла в категорию как минимум 4А. А с подобными кальцинатами после стереотоксического обследования можно сказать, и в категорию 4Б. Мы явно ожидаем увидеть здесь дуктальную карциному инситу. Что мы получаем по результатам биопсии? При этом, да, видите, мало того, что это протоковая карцинома инситу, она еще и high grade, то есть она достаточно агрессивна, она будет сравнительно быстро развиваться. Никто из нас, конечно, не в состоянии предсказать, в какие сроки она трансформируется в инвазивный рак. Но, тем не менее, риск достаточно высокий, и этой пациентке будет выполнена подкожная мастектомия, конечно. Да, на этом позвольте я закончу. Что-то я все время думала, все выступление Ирины Александровны, что я чем-то хотела закончить, обратить ваше внимание, но, увы, забыла. Поэтому давайте я попробую ответить на вопросы. Так, Ольга Борисовна, добрый вечер. Подскажите, как расценивать маммограммы, с которой мне на УЗИ приходят пациентки и в которой может быть описано образование или зона уплотнения в наружном квадранте или в нижнем квадранте? Ведь квадрант – это 1/4, он может быть верхний, наружный, верхний, внутренний и так далее. Как расценивать такие описания и верно ли это, в принципе, с точки зрения рентгенолога? Анастасия Сергеевна, безусловно, неверно подобное описание. Доктор должен максимально локализовать на маммограмме те изменения, которые он видит. Если он описывает образование, значит, это должно быть как минимум название квадранта какого-то одного. Да? В идеале это должна быть зона описана, расстояние до ареолы, расстояние от кожи должно быть упомянуто. Конечно, таким образом, наверное, имеет смысл описывать именно те образования, которые либо впервые появились,
либо, с вашей точки зрения, требуют верификации. Понятно, что описывать каждую маленькую, наверное, кисту не имеет смысла подобным образом, а вообще описывать множественный пример кисты, достаточно упомянув максимальный их размер. Да? А вот если речь идет о каком-то, о какой-то ситуации, заслуживающей внимания, то рентгенолог должен дать максимально четкое понимание для врача ультразвуковой диагностики, чтобы ему легче было сориентироваться в этом. Так, я буду максимально кратко. Я увидела, что вопросов много, а времени мы совсем вышли за регламент. Очень быстро. Екатерина Дмитриевна, если не выявлено при УЗИ очаговое образование, то выставляем категорию B1, если не тип строения жировой. Не совсем поняла. К вам пришла на маммограмму пациентка. У нее там, ну, по представленным ультразвуковым исследованиям ничего не видно. Вы не видите ничего тоже. Вы вполне, да, с никаких патологических изменений вполне можете присвоить категорию 1. В работе с коллегами, так, Анна Сергеевна пишет, столкнулись с претензиями гинеколога к структуре наших протоколов. Вопрос был в том, что мы не должны писать рекомендации. Мы с этим не согласны. Достаточно сослаться на 560-й приказ? Да, безусловно, вы на него ссылаетесь. Вы обязательно это должны. Мало того, мы вас будем ругать, если вы будете этого не делать. Да, соответственно, вы должны обязательно дать доктору понимание, что с этим делать. А вот воспользоваться вашими рекомендациями или нет, это прерогатива доктора. Здравствуйте, Ольга Борисовна. Нужно ли описывать липомы в протоколе исследования? Если это такие крупные липомы, как я вам показывала, да, конечно. Если они инкапсулированы, четко бросаются в глаза, да, безусловно. Если это частично инкапсулированы или, например, они не одна, не нужно. Очень часто рентгенологи, Екатерина Дмитриевна спрашивает, выставляют заключение фиброаденоматоз в возрасте фиброзный ФАМ, хотя при УЗИ определяем признаки жировой инволюции, как к этому относиться, гипердиагностика ФАМ. Да, к сожалению, рентгенологи ставят зачастую знак равно между понятием фиброаденоматоз и возрастная норма. И вообще, вы, как вы сами прекрасно понимаете, гораздо проще написать фиброаденоматоз и присвоить категорию 2, правда, чем написать норму. Написать норму всегда очень сложно. Для этого должна быть либо смешанная структура до наступления менопаузы в отсутствие каких-либо патологических изменений, либо чисто жировая структура в постменопаузе. Вот тогда мы спокойно пишем норму. Никак к этому не относиться, относитесь терпимо, воспринимайте это просто как фоновый процесс. Людмила, будьте добры, перешлите мне, пожалуйста. Я постараюсь очень кратко хотя бы по одной фразе ответить и больше не задерживать. Людмила? Не все вопросы мне переслали. Кирилл, может быть, вы нам поможете? Я поняла. Так, вижу. Екатерина Юрьевна, вопрос определения локализации образования по часовому циферблату. Может быть так, что расположение образования не совпадает по цифрам на прямой и косой проекции? Да, может быть. К этой схеме часового циферблата нужно привыкнуть. Если будете пользоваться с четко определяемыми, достаточно потом будет удобно. Радмила Ильинична спрашивает, подскажите, от чего зависит высокая плотность молочной железы у женщин старше 70 лет? Это может быть генетически детерминированная высокая плотность у данной конкретной пациентки. Применение гормонозаместительной терапии не вызовет резкое изменение плотности. Оно может его немножко сдвинуть или, допустим, дать какие-то участки более подозрительные, но не изменить с жировой плотности на очень высокую. То есть из типа А в тип D за счет гормонозаместительной терапии не переместится. Нужен ли за такой категорией женщин более тщательный отбор? Да. По последним данным, плотный тип строения считается одним из предикторов развития рака молочной железы. Екатерина Юрьевна спрашивает, скажите, пожалуйста, какую категорию выставлять после операции на молочной железе по поводу доброкачественных образований?
Категория 2 мы выставляем после операции как по поводу доброкачественных образований, так и по поводу злокачественных образований, если не видим ничего подозрительного на свежий процесс. Екатерина Юрьевна спрашивает, как отличить на маммограмме фиброзную ткань от железистой ткани? Фиброзная ткань более плотная, она соответствует тому каркасу молочной железы, который ее, собственно говоря, и держит. Железистая ткань несколько более снижена эхогенности, простите, я уже заговариваюсь, по средней плотности. То есть плотность фиброзной ткани будет отчетливо выше, так вы можете отличить. Да, вопросов больше нет. Ирина Александровна, вы с нами? Вероятно, нет. Уважаемые коллеги, я вас сердечно благодарю за ваше... Ага, вот и я в эфире. Да. Я присоединяюсь к Ольге Борисовне. Я, конечно, могла бы тут кое-что дополнить в отношении ответов на вопросы. Но вот прям вот еще одну минуту, Ольга Борисовна, разрешите... Вам вопрос ситуации клинической, поскольку мы об этом сегодня говорим, столкнулась сама не очень давно пациентки рентгенологически при отсутствии каких-либо очаговых образований в молочных железах, но при присутствии односторонней лимфоаденопатии, впервые выявленной, была выставлена рентгенологически категория БРА4. Но это прозвучало в отношении той молочной железы, со стороны которой были лимфоузлы. Правильно ли это? Потому что это вызвало огромную кучу протеста, вопросов, претензий у онколога, к которому она обратилась, у нее самой. И в целом, то есть по протоколу и при УЗИ, и при маммографии, если есть односторонняя лимфоаденопатия подозрительная, это категория БРС-4. Но рентгенологически вы ее описываете вот в отношении молочной железы или пишете отдельно? Вот такой у меня вопрос. Если мы видим абсолютно интактную структуру молочной железы, и она соответствует типу строения А, например, то мы будем... Это не А. Да, то есть вы имеете в виду конкретную клиническую ситуацию, да, что тип строения Б, там С или Д. И при этом есть изменения в аксиллярной области. В этой ситуации на фоне плотного... Это есть архив для сравнения. На прошлой маммограмме этого не было. Этого это чего? Именно аксиллярной патологии? Да. Остальное там примерно так же. Именно лимфоузлы. Поэтому просто у меня вопрос даже не в этом. То, что это категория БРА4, я это знаю и не сомневаюсь. Это соответствует той же категории в УЗИ. Вопрос в том, что мы при УЗИ, например, пишем обычно аксиллярная лимфоаденопатия слева, впервые выявленная БРА4. А вы пишете это отдельно или вы пишете это в протоколе, то, что у вас внизу, то, что вы показывали нам стандартный протокол, справа 2, там слева 4, или отдельно? Вот какой вопрос. Мы это пишем отдельно. То есть внизу после слова «заключение» будет стоять, допустим, инволютивные изменения молочных желез. Будет БРЦ1, БРЦ1, да? А дальше будет стоять аксиллярная лимфоаденопатия с такой-то стороны, требующая, например, верификации. Потому что масса может быть ситуаций изменений в аксиллярных областях, как специфического, так и неспецифического, злокачественного, инфекционной природы и так далее. Да, если мы уверены, что мы не видим в ткани молочной железы с этой стороны каких-то изменений, то мы ставим категорию, соответствующую тому, что мы реально видим. Ну, то есть, вот если это два, то два. Вдруг эти рентгенологи, которые написали эту категорию уже, ну, как вот в категории, относящейся к молочной железе, вдруг они нас слышат, для того, чтобы они услышали, что так, конечно, некорректно писать, это вызвало массу, конечно, просто ситуация была такая не очень... На самом деле там была действительно односторонняя лимфоаденопатия, и когда пациентка пришла на УЗИ, ее пригласила для того, чтобы как-то уладить эту ситуацию, то это была
были реактивные изменения у пациентки после прививки от гриппа именно с этой стороны, в эту руку, за несколько дней до исследования. То есть такая ситуация возможна, просто вот технически, где это написать, для меня было важно. Я услышала, спасибо большое, это вот... Да, я думаю, что это да, будет отражено в новом. Но он вот вызывает действительно чрезвычайно такие вот клинические истории важные. Спасибо большое. А, кстати говоря, хотела добавить еще про почему рентгенологи пишут везде ФАМ. На этот вопрос совершенно очевидный ответ. И опять он кроется в клинических рекомендациях по доброкачественным дисплазиям. Там написано, степень выраженности ФАМ зависит от степени плотности ткани молочной железы. То есть А тип плотности – это незначительно выраженный ФАМ, Б – там средней степени выраженности, С умеренный, значительно Д. Вот вам ответ. То есть рентгенологи, по сути, они отвечают на запрос клинических актуальных рекомендаций. Мы с вами, наверное, не можем с этим, конечно же, согласиться, но просто простите их, как правильно сказала Ольга Борисовна, они зависят от этих рекомендаций. Спасибо. Ольга Борисовна. Почему не описать панодрац? Почему? Кто вам не дает не описывать? Пожалуйста, воспользуйтесь этой классификацией. Почему нет? Вот здесь вопрос звучал совершенно иначе, Ксения Александровна. Он звучал именно таким образом. Надо ли описывать их в рамках БАЭРЭЦ? Послушайте, категория ноутрац, она сейчас в настоящий момент применима только для компьютерной томографии и для МРТ. Пока вообще, что да. Не для классической рентгенологии, не тем более для УЗИ, ноутрац не существует. Поэтому в УЗИ мы ориентируемся на консенсус Витагрупп для описания лимфатических узлов. В рентгенологии пока что это стандартно, то, что нам показывала Ольга Борисовна. Поэтому пока... Да, замечание, безусловно, справедливо, да, действительно, для КТ. Ну, если прям вам очень хочется. Да, Ирина Александровна. Да, ну, я думаю, что, конечно, обсуждение вообще актуально, и об этом говорит много вопросов, потому что, действительно, когда мы не касаемся просто голой теории, а разбираем все на клинических примерах, это всегда привлекательно, всегда позволяет ответить на наши вот такие вопросы рутинные. Я надеюсь, что мы с Ольгой Борисовной на часть ваших вопросов, несомненно, ответили. И мы желаем вам здоровья, прежде всего вам самим, чтобы у вас хватило сил для, в общем, такой сложной работы, как у нас, сил, внимания, терпения, знаний. Ну и надеюсь, что мы еще неоднократно увидимся с вами и на школах радиологического общества, и в следующий раз уже абсолютно точно на Невском радиологическом форуме 2025 в апреле следующего года. Поэтому мы с вами прощаемся. Спасибо огромное за внимание. Удачи и всего хорошего вам. Всего доброго. Спасибо.